Слушаю. Алло. Я слушаю. Вы позвонили, чтобы сказать алло? Алло, вы меня слышите? Я-то как раз слышу. Ну вот, супер. Меня зовут Ксения, говорю. Я представитель аналитического центра. Вы данные у нас свои оставляли. По рекламе от Сбербанк переходили? Интересуетесь заработком, верно? Я-то на Сбербанке оставляла. Точнее, там что-то было. Сберегай. Ну, да. Ну, а вы кто? Вот, я же вам поэтому... Мы независимый аналитический центр. Каким образом вы относитесь к Сбербанку? При поддержке Сбербанк. Сбербанк нас инвестирует, предоставляет нам рекламу на площадках. А, так у вас денег нет, вас Сбербанк финансирует. Чего вы взяли, что у нас нет денег? Ну, вы так сказали. Это государственный проект, просто вот. Я не говорила, что это все денег. Послушайте, вы оставили свои данные, чтобы зарабатывать. Вы для чего сейчас вот это вот начинаете? Что я начинаю? Мне интересно, я и спрашиваю. Или вам нельзя задавать вопросы? Можете задавать вопросы. Вот спасибо. Но это какой-то странный был вопрос. Обычный вопрос обычного человека. Я вам говорю, чтобы рассказать, как вы будете зарабатывать. Ну, рассказывай. У вас ранее уже был опыт работы в сфере заработка в интернете? Вы себя пробовали? Нет, я себя не кусала. Слушайте, либо вы общаетесь нормально, либо не нужно тратить мое время. Так это вы мне позвонили, вы задали вопрос, вы себя пробовали, я ответила, нет, я себя не кусала. Вы оставили данные, понимаете, это вы ко мне обратились. Я к вам не обращалась, как бы... Если вы что. Оставили у нас свои данные. Ну, к вам я не обращалась. Заявку на заработок. Какие-то пугливые слишком стали. Алло. Алло, Ариана, здравствуйте. Слушаю. Меня уже получше слышно? Ну, уже получше. Меня зовут Иван Морозов. Иван Морозов меня зовут. Я вам звоню по вашей заявке, по рекламе переходили, заинтересовались дополнительным доходом, вы в сфере инвестиций, правильно ведь? Вы же по рекламе перешли, свои данные оставили. Ну, оставила. Вы успели ознакомиться? А с какой должна была? Смотрите, к рекламе были прикреплены несколько статей, а также видео. Возможно, что-то из этого смотрели, читали. Или пока что не ознакомились? Да там в видео ничего интересного. Какой-то актер рассказывает о том, какой он успешный благодаря инвестициям. Ну, честно сказать, многие люди становятся успешными благодаря инвестициям. Да. Вы, вот думаю, наверное, сами слышали о подобной сфере. А вы много таких людей знаете? Ну, я сам в сфере инвестиций работаю, тем более у меня знакомые, мои друзья также занимаются инвестициями. И что, вот все такие мне успешные, как тот актер в ролике? Ну, я не скажу, что все настолько успешные, понимаете? Для этого ж нужно, чтобы время прошло, вот, чтобы человек достиг реального результата. Это же не делается все в мгновение. Лег сегодня спать... как говорится, с рублем в кармане, а завтра проснулся с миллионом. Такого ж не бывает, сами понимаете. А жаль. Это постепенно наращивается. Очень хотелось бы так. Нет, уснуть только... с рублем в кармане, а проснуться с чемоданом и миллионом. Нет, ну конечно, такого бы каждый человек хотел, но, к сожалению, это нереалистично. Вот. Вы мне подскажите, возможно, что-то сами знаете о данной сфере, либо пробовали себя уже. Не, себя не кусала. Чтобы я понимал. А почему вы говорите, что кусали? Ну а как еще себя можно пробовать? Облизать еще можно, наверное, но не облизывала тоже. Хорошо, я вас понял. Я имел в виду, вы пытались заниматься сферами инвестициями, что-то изучать, возможно, пробовали. Не, не пробовала и не изучала. Хорошо, понял. В таком случае давайте как с вами поступим. Так наш разговор проведем. Я вам немного о самой сфере расскажу.
ходе диалога подберу для вас самые комфортные условия, Ариана, и после этого уже будем от этого отталкиваться. Вот. Поэтому, так как работаем в рамках закона, вы мне подскажите, вот, сколько вам полных лет, а также ваше гражданство, чтобы я мог понимать. 32 РФ. Угу. Супер. А также подскажите, не было ли у вас вот двойных гражданств? Возможно, где-то ранее жили в другой стране. Нет, не было. Или только исключительно в России. Угу. Все, понял вас. А что, если жить в другой стране, то гражданство будет другое? Алло. Алло, Ариана, слышите меня? Слышу. Вот, замечательно. И смотрите, просто мы работаем только на территории России, ну, из-за разных ситуаций в мире, сами понимаете. То есть мы не работаем с негражданами нашей страны. То есть у вас есть паспорт, я так понимаю, гражданство. Если вот, например, человек из Казахстана приехал, либо же из Турции. У вас как-то хрипит динамик у вас сильно. Надо как-то, наверное, новую гарнитуру купить. Но вы опять пропали. А вы вот подпишите, а сейчас получше слышно? Ну, нормально. Просто микрофон далеко отодвинул от себя. Хорошо. Вот, смотрите, то есть, если вы не являетесь гражданином России, то есть, например, приехали с какой-то другой страны, там, с Казахстана, с Турции, неважно, вы бы не смогли с нами сотрудничать, потому что мы работаем только с гражданами нашей страны. Сегодня, поэтому, кстати, праздник, а почему вы не поздравляете, когда звоните? Ну, смотрите, я вам позвонил по делу, а не с праздниками поздравлять, ну, понимаете? Вы оставите без явку. Сегодня такой набрал праздник, а вы не поздравляете. Хорошо, понял. А кто вас, кстати, в праздник выгнал на работу? Меня посетили. Сейчас. Что? А кто вас в праздник выгнал на работу? Ну, я имею сейчас право работать, когда я захочу. Меня никто на работу не выгонял, понимаете? Вы сами пришли, да? Вам сказали сидеть дома, а вы пошли на работу. Какой вы молодец. У меня свободный график. Я могу прийти на работу, и могу идти, когда я захочу. Вашу заявку мне вот передала как раз таки моя коллега, потому что разговор не слышался. Я вам позвонил, чтобы вы что случилось, рассказать информацию более подробнее. Уверен, ну, как говорится, это неплохой разговор, тем более, что слышу, вы в этом заинтересованы, но не только пойдите. Блин, у меня, конечно, нервы железные, я абсолютно спокойный человек, но у вас так хрипит ваша гарнитура, что это невыносимо даже для меня. Хорошо. Ну вы опять пропали. Слушай, я настроился, сейчас получится. Алло. 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 Сейчас получше? Ну, пока да. Ну вот, замечательно. Вот, и смотрите. Я позвонил для того, чтобы ознакомить вас с информацией. Соответственно, я вам более подробнее все расскажу. Вот. А дальше уже будем смотреть. Подходит вам такое, не подходит. Вот. А вы можете мне перезвонить минут через 15? Смотрите, тогда я уже не смогу с вами разговаривать. Я вам уделил время сейчас. Соответственно, сейчас в течение 15 минут можем с вами поговорить. Но в течение 15 минут я вот сейчас немного занята. Так, смотрите, я прекрасно понимаю, но мне кажется, что вы вот насчет чего-то переживаете. Думаете, что вам какие-то мошенники набрали? Мне ваши предположения неинтересны. Я вам говорю, что я занята сейчас. Хорошо, вы что? Некоторое время назад. Что? Алло, у вас очень плохая гарнитура. Вы бы вот ее лучше бы настроили как раз и заодно перезвонили бы через 15 минут. Алло. Алло, Анна, здравствуйте. Слушаю. Да, это вам Юрий Сергеевич звонит.
приятно с вами познакомиться. Я являюсь финансовым специалистом инвестиционного проекта. Помните, вы у нас свою регистрацию оставляли? У вас это у кого? Инвестиционный проект при поддержке Сбербанка. Да, мне уже звонили сегодня из Сбербанка. Уже звонили? Понятно, к чему вы пришли? Ну, не знаю, это же вы должны знать, если вы с одной компании. Смотрите, я в нашей компании быстро звоню за мной, как за менеджером. Соответственно, вам кто-либо звонить не мог. Возможно, вам позвонили из другого департамента, допустим. Я же не знаю, к чему вы пришли. Возможно, из другого. Ну, так возможно. Поэтому я вас спрашиваю, к чему вы пришли, почему вы решили не пробовать себя? Ну, если это не ваши звонили, то какая вам разница, к чему я с кем пришла? Большая разница, потому что вы были заинтересованы в доходе и почему-то не приступили. Ну, если это не ваши звонили, то вам вообще дело до этого нет. Когда смогли с другого департамента, перезвонить, у нас же не один. Вы почему вот сегодня праздник, а вы не поздравляете? Поздравляю вас с праздником, Анна, не успел еще. А с каким? Вы мне какие-то претензии выставляете. День России сегодня. Вот. Надо поздравлять всех россиян с праздником. Да, нужно поздравлять. И нужно еще отвечать на вопросы. А почему вы сегодня работаете? Выходной же. Так у всех обычных людей выходной, а в государственных проектах выходных нет. А, вы необычные, да, люди? Там государственный проект. Вот, допустим, на обычной работе работаете вы там перекмахи, там, допустим, с техником, строителем, у вас тут выходной день. А работаете вы на государство, у вас выходного дня не будет. Понимаете? Государство в празднике работает. Ну, понятно. Ну, работает, конечно. Так, Анна, все-таки почему к доходу не приступили? Да вы-то что хотели? Спросить у меня о моем звонке с другим департаментом? Да. Почему не приступили к доходу? Регистрация не считаю нужным вам отвечать на этот вопрос, если это была не ваша, не ваша организация. Так, вы слышите, что я вам говорю? Организация департамента — это совсем разные вещи. Конечно, разные. Человек старшей компании, скорее всего. Так вы сказали, не могли мне от вас звонить. И вот я званиваю. И вот я связываю сами, чтобы узнать, что у вас не получилось, Анна. Но вы же сказали, от вас не могли звонить. Я вам не звонил. От вас. Я не имею в виду вас как человека. Я имею в виду вашу организацию. Соберитесь. Так нет, могли. Это вы соберитесь, я вам говорю, что могли перезвонить. Ну, что-то вы как-то в воздухе в белые тапки переобулись. Но смотрите, но дело в том, что вы были заинтересованы в доходе и почему-то не приступили. Я вас спрашиваю, что у вас случилось с прошлым менеджером? Вы в воздухе переобулись, в белые тапки. А вы уже 5 минут. Вы сначала сказали, что мне от вас не звонили, и вы за мной закреплены как мой личный менеджер. А сейчас говорите, что мне могли звонить от вас. А еще почему-то говорите в параллель, абсолютно не слушая потенциального клиента. Мне кажется, это странно для менеджера приличной компании, когда он говорит в параллели, абсолютно ничего не слушает. Тогда становится абсолютно непонятно, для чего же все-таки он позвонил. Просто чтобы поговорить? Нет, вы вопросы изучали, а если вы на вопросы изучать не можете, то какой вы человек и как с вами можно вести дело? Я нормальный вопрос, человек. Вы задали мне вопрос, я вам ответил на ваш вопрос. Нет, вы не ответили, вы просто ответил. Говорите в параллель, ответил. Абсолютно не слушая, и вам вообще все равно, что говорю я. Слушаю. Зачем вы позвонили, нет, опять вы же таки говорите. Непонятно. И зачем вы говорите, смотри, продолжаете говорить в параллель, опять непонятно. Когда я говорю, вы все-таки продолжаете говорить в параллель. Для чего так делают менеджеры? Менеджеры Сбербанка, опять же, непонятно. Так, я не менеджер Сбербанка. Что вы взяли, что я менеджер Сбербанка? А кто вы? Вот видите, вы посмотрите внимательно. Так можете изначально пора послушать, или все-таки дальше будете перебивать меня? Так это вы меня перебиваете и говорите тогда, когда я говорю. Так нет, это вы меня перебиваете. Нет, это вы меня перебиваете. Вот я сейчас начала говорить, а вы продолжаете говорить в параллель. Кто кого перебивает, непонятно. Непонятно. И все-таки своя компания тоже непонятна для вас, да? Конечно, нет. Что это такое? 5 минут общаемся, а вы никак не можете понять, какая компания вам звонит. Так вы представьтесь, вот, возможно, как полагается. Возможно, тогда я пойму. Что? И зачем все-таки продолжать говорить, когда я говорю? Непонятно. Так я не продолжаю с вами говорить, когда вы говорите. Я начинаю свой диалог с
свой какой-то, знаете, часть того, что я хочу сказать, вы перебиваете. Вы начинаете свой диалог ровно тогда, когда я начинаю говорить, и почему-то вам это кажется нормальным. Не получается у нас. Не получается, да. Вы любите говорить в параллель. У вас, наверное, такой фетиш. Говорить в параллель с клиентом. Утром уже праздновали праздник. Да вы не клиент, клиент — это ваш муж. Вы вот хамить не надо, потому что если я начну хамить, вы обидитесь и пойдете плакать. Поверьте мне, я не обижусь на человека, который заинтересован в дополнительном доходе, и у меня же оставили регистрацию на помощь. У вас я ничего не оставляла, но, знаете, и помощи у вас я не просила, вы опять говорите в параллель, потому что, видимо, у вас нервишки шалят, и вы все-таки не умеете закрывать рот, когда говорит клиент. Это очень-очень плохо. И я думаю, что ваше начальство ваши потуги не оценит никогда. А если еще и переслушает данный разговор, то я надеюсь, что вас все-таки уволят, чтобы вы больше не говорили в параллель и не теряли тем самым потенциальных клиентов своей компании. Вашу фамилию я бы знал или нет? Как вы думаете? Что я думаю? Если бы вы, возможно, не перебивали меня, возможно, вы бы... Если бы, когда я говорю, вы молчали бы, да, вот тогда, возможно, было бы лучше. Возможно, но я молчу, когда вы говорите, а вот когда я начинаю говорить, вы перебиваете. Вот, то есть я сейчас начала говорить, и вы все равно не заткнулись. Опять я перебила, да. Что ж такое? Клиент говорит, менеджер нервничает. Еще упрекает в клиента в том, что клиент перебивает. Но это какой-то максимально глупый менеджер. Я не понимаю, почему руководство этого менеджера до сих пор его не уволило. Он не умеет закрывать рот, когда говорит клиент. Просто знаете, вот в чем дело, что вы до сих пор себя считаете клиентом. Но клиент — это по факту ваш муж, допустим, в бордель пришел, потому что у него жена максимально злая. И вот там он клиент. А вы сейчас не клиент, вы партнер. А ваш муж сильно злой. Если я, допустим, что-то говорю, вы меня слушаете. Если я что-то говорю, то ты меня слушаешь. А если ты меня не слушаешь, значит, ты говоришь в параллель. Вы свою натуру. Вот вы уже натуру свою показали. Натуру? Как же ж я могла тебе что-то показать, разговаривая по телефону, а, менеджер? Откуда приехали, Анна? Из дому приехала на работу. Или даже не приехали? А вы где работаете? Твое собачье дело какое, где я работаю? А твой муж тебя куда водит? Твой муж тебя в кино водит? А то ты слишком нервный, у тебя словесный понос. Скажи своему мужу, пусть купит тебе таблеточки от словесного поноса, от диареи словесной. Скажите, вы к нам с ДНР приехали или с ЛНР? Куда к вам? В Москву или где вы сейчас? А ты-то где? Или вы дальше живете в ДНР? А ты-то где? Я в Москве. В Москве? Я в Москве. Адрес. А вы где? Адрес. В ДНР или в ЛНР? Адрес. Я буду вам все адреса говорить. Я говорю, где вы живете? Адрес. В ДНР. В ДНР, в ЛНР. Дурное. Не трои. ДНР. Дебелехонький. Ну, не трои. Дебелехонький. Пробуйте, как будто норм. Мне твое складывание впечатлений абсолютно неинтересно. Алло. Добрый день, Мария. Чего? Вы Мария, верно? А вы-то кто? А меня Дмитрий зовут, я рад с вами познакомиться. У вас сейчас не отвлекаю, не беспокойно, не заняты. Вы что хотели, Дмитрий? По поводу онлайн-работы звоню. Обратил внимание на то, что раньше интересовались, что-то не получается у вас, возможно. Онлайн-работа – это что, вебкам? Нет, ни в коем случае. В данном случае звоню вам касаемо торговли на бирже. Mm-hmm. Рассматриваете подобное или отказались от данной затеи? Вы-то вообще кто и что хотели? Я так и не поняла. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь трейдером. Сейчас я ищу партнеров для того, чтобы с ними работать удаленно, снова-таки повторюсь, на бирже. Покупать и продавать разные товары, активы. Как же, Дмитрий, я с вами, с трейдером, попаду на биржу? Откройте себе счет самостоятельно, я буду вам, то есть, торговые сигналы предоставлять через WhatsApp или Telegram. У меня группа есть. А как я самостоятельно счет открою?
А это трудности какие-то вызывает? Просто проходите верификацию, все данные подвязываете свои, указываете имя, фамилию и так далее. Все проходит проверка, она занимает от 1 дня до 2 недель в основном. Все, открывайте себе счет, носите сумму, и мы работаем. А где я счет-то открывать буду? Вы можете открыть на бирже Binance, можете на любой другой бирже открыть. Можете открыть в Газпроме, Тинькофф можете открыть. Можете открыть через посредника, какого-то брокера выбрать. Так вот, Дмитрий, я к тому и веду, что без брокера самостоятельно я счет никак не открою. Почему? Потому. Ну, слушайте, я же открываю в Интерактиве там, и так далее. Вот. А Тинькофф в данном случае... А Тинькофф не является брокером, нет? Нет. Вы где живете? В какой стране, вы мне скажите? Мне интересно, в какой планете вы живете, если Тинькофф не брокер? Слушайте, а вы сами хоть торговали когда-то или нет? У вас такие познания интересные, знаете, как будто, ну, не знаю, 10 миллионов страниц перечитали и сейчас не пытаетесь что-то доказать. Дмитрий, представляете, я, как человек, ни разу не торговавший на бирже, прекрасно знаю, что Тинькофф является брокером. Откуда? А вы, как трейдер, вы этого не знаете. Стыдно должно быть, Дмитрий. А откуда? Нет. Откуда вы это знаете, если вы не торгуете? А чтобы это знать, не откуда обязательно торговать. Известно? Вы же знаете, что воду из стакана надо подносить ко рту. Вы же не изготавливали ни стакан, ни воду. Почему? Я стаканы делал когда-то. Кто бы сомневался. А вы со всеми так общаетесь, с незнакомыми людьми, подскажите? Как так? Ну, вот так, как вы сейчас это делаете. Вот язвите. Так? Это шикарное объяснение. Да. Язвите, говорю. Ну, если вы не знаете, что Тинькофф брокер, для меня это очень смешно, если честно. Господи, я понял, Мария, почему вы до сих пор ни с кем не работаете. Ну да, с такими трейдерами, как вы, работать желание ноль. А, у меня на этом все, Мария. Все, давайте, ищите других людей, ищите, извините за выражение, лохов. Ищите лохов, которые вам помогут в этом плане. Ну и кто из нас лохов-то ищет, а? О, слушайте, я вам сказал, я сам работаю, и вы мне что-то доказываете. Ты сам работаешь, и ты не знаешь, что Тинькофф является брокером. Дима, алло, вы не смеши. Вы слышите меня? А, да, ты микрофон мне выключил. Мне смешно от того, что вы несете бред. Да, там не смешно от твоего бреда. Трейдер, не знающий, что Тинькофф является брокером. Боже мой, вы что? Я не что, я кто? Откройте интернет и почитайте вообще. Так открой и почитай, Дима, трейдер. А вам это ничего не даст. Так тебе это ничего и не дало. Ты же не знаешь, что Тинькофф брокер. Знаете, такое ощущение... Вот исходя из того, что вы мне говорите, да, вот грубите уже мне там начинать потихоньку. Не, вот, я еще не начинала, а ты уже обиделся. Ну как так-то? Че ты такой ранимый, Дима? А было бы на что обижаться, так Мария. Ты уже обиженный. Губки надул, про образование мое вспомнил. Ну че ты такой обидчивый, Дима? Что вы несете? Какая обида? Я несу радость людям, в отличие от тебя. Какая радость? Сумасшедшая? Вы в психушке находитесь, я не пойму. Да я ты не, обижаю, ты вас, ты не поймешь. Спрашиваю. Тебе и понимать это несовместимые вещи. Я действительно в очередной раз убеждаюсь, почему вы ни с кем не начинаете работать. Да ты можешь вами, убеждаться в чем хочешь, Дим. Это вот вообще без разницы. Боже, мне. А зачем вы номера свои в интернете оставляете, скажите? Чтоб ты спросил. А я спрашиваю. Спросил? А вот это я не получил. Молодец, возьми с полки пирожок. Господи, боже мой, хорошо, давайте, отдыхайте. Давай, сливунчики. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло, я представлюсь, это Максим, я младший финансовый эксперт проекта Тинькофф Инвестиций. Мы уже составили заявку на обратный звонок, верно? Наверное. Так, отлично. Ты сразу меня сориентируйте, как к вам правильно обращаться. Вы даже не знаете, кому звоните, что ли? Я знаю, но просто мне кажется, что здесь имя записано ваше неправильно. Я поэтому уточнить, да, чтобы не было конфуза какого-то. Ну так прочитайте, как там написано, я вам скажу, правильно или нет.
Ариадна. Ну, все верно. Ага, так, понятно, приятно познакомиться. Вот, ну вы мне сразу сориентируйте, вот что вы для себя... Алло. Ну, слушаю, куда вас ориентировать? Да, то есть, ну, что вас заинтересовало в нашем проекте? Странный вопрос, инвестиции заинтересовали. Ну, знаете, ну, я почему спрашиваю, да, ну, чтобы мне казалось это странно, потому что, ну, многие люди приходят за разными целями, так, кто-то зарабатывает, кто-то просто, ну, там, работать и так далее. Вот, то есть вас именно интересует дополнительный заработок, правильно? Как можно прийти к вам работать, если реклама про инвестиции? Да, но вы мне ответьте, то есть вас именно заинтересовала возможность дополнительно зарабатывать, верно? Ну, я вроде бы же сказала, инвестиции меня заинтересовали. Все, прекрасно. У вас опыт уже есть в биржевой торговле? Возможно, ранее пробовали? Нет, не пробовала. Я понял. Ну, ничего страшного и в этом нет. Мы нашим партнерам, которые к нам приходят без опыта, предоставляем полное сопровождение. Вот. Но прежде чем мы начнем, я вам задам несколько вопросов, хорошо? Давайте. Отлично. А сколько вам полных лет? А у вас в рекламе были эти... вопросы. Сколько мне лет, какое гражданство и работаю ли я? Так, вот здесь вот то, что я вижу, указано от 23 до 37 лет. Но как я должен на этом угадывать? Ну как? От 23 до 37. Я поэтому и уточняю, сколько вам полных лет. А вам для чего эта информация? Ну, давайте так. Вы же, когда устраивались на работу, да, приходили собеседование, вы там на вопросы отвечали, то есть, или бывали ну, какие-то, что вы не хотели там что-то рассказывать про себя, допустим? Ну, так и я не устраиваюсь к вам на работу. Ну, так по факту, да, то есть не вы выбираете нас, это мы вас выбираем, то есть вы к нам пришли, понимаете? Вам достаточно того, что я совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации. Зачем вам мой точный возраст? Я понимаю, я вам объясню. Это регламентные вопросы, потому что мы работаем в рамках правил Центробанка. Здесь я на ваш Центробанк вопрос подчиняется законам Российской Федерации, и он позволяет торговать на бирже гражданам, которым больше 18 лет. Я же вам еще раз говорю, я уточняю, да, потому что нам это регламентный вопрос. Хорошо, где мне посмотреть на этот регламент? Я вам его в дальнейшем, если вы хотите, там отправлю. Но ну, для чего? Ну а вам для чего полный возраст, мой полный возраст? Для чего? Вот что вам даст эта информация? Что вы с ней сделаете? Я вам еще раз говорю, я буду понимать, с кем мы будем сотрудничать. Каким образом цифра моего возраста даст вам понятие, кто я? А вы мне скажите, ну, в чем проблема, да, вот ответить на банальный вопрос? Я тоже не понимаю, в чем проблема. Если я совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, в чем проблема? Почему вы так пристали к возрасту? Я вам еще раз объясняю, это регламентные вопросы. Хорошо, покажите мне регламент, я тогда с ним ознакомлюсь. Возможно, там будут еще вопросы, которые меня не будут устраивать. Ну, давайте так, вы здесь условия ставить не будете. Я вам еще раз говорю, вы к нам пришли, да, и не надо меня ставить в рамки того, что я вам чем-то обязана. Ладно, хорошо, пока что оно... Допустим, да, данный вопрос. Ну, так и сразу надо было. У вас гражданство только Российской Федерации? Я ответила. Вот вы зачем задаете вопросы, которые были у вас в вопроснике? Для чего? Вы их либо там уберите, либо не задавайте вы их. Я уточняю. Это нормальный процесс, когда есть, вот там уточняю. Потому что могли ошибиться, допустим, там, поставить цифру неправильно, либо еще что-то. Понимаете? Трудно на это вопрос уточнение про гражданство поставить не ту цифру. Что еще раз? Только Российской Федерации. Все прекрасно. Ну а где-то реально где находитесь? А это вам для чего? Я же вам говорю, чтобы понимать, в принципе, что из себя представляет наш потенциальный партнер.
То есть как территориальное мое нахождение даст вам понимание обо мне, опять же? Я вам еще раз говорю, чтобы понимать, где вы находитесь. Для чего вам понимать, где я нахожусь? Я нахожусь в Российской Федерации. Ну, скажите мне честно, вы оставили, ну, чтобы просто потратить мое время, то есть или свое? Ну, да это вы тратите время. Я оставила регистрацию, я ответила там на вопросы. Вы мне опять же задаете те же самые вопросы. Для чего? Вы тратите мое время? Вам нечем заняться на работе? Вы мое время тратите. Это вы мое время тратите. Еще раз вам говорю, если бы вы ответили бы сразу на мои поставленные вопросы, мы бы уже на этом... Я на эти вопросы уже ответила, когда оставляла регистрацию. Когда я говорю, как раз вы молчите. Нет, так я свою мысль доносил, а вы меня перебиваете. Да вы говорите одно и то же, тратя мое драгоценное время. Мое время стоит денег. Я не знаю, сколько стоит ваше, но мое стоит денег. Если бы ваше время стоило денег, вы бы не тарахтели попусту, а говорили бы по делу. Сложный вы человек, конечно, да. Хорошо, так, вы говорите то, что оставили регистрацию, заинтересовал вас проект, да? Меня инвестирование заинтересовало. Я же вас спрашиваю, что у вас... интересует, да, то есть это первое. А во-вторых, что вы знаете про данную сферу? Много чего знаю. Ну, прекрасно. Но чтобы я понимал, как вам предоставить информацию. В двух словах буквально расскажите, что вы знаете про данную сферу. Предоставьте мне информацию согласно регламенту вашей компании. Я ее предоставлю. Но чтобы ее предоставил, я хочу понимать, как вам ее предоставить. Ротом. Я вас и спрашиваю. Ротом, молодой человек, что? Ротом. А что это за слово? Ну, надо сделать вид, что вы не знаете, что такое рот. Еще обязательно выключить микрофончик. Сразу видно, что ваше время стоит денег. Нормальный вопрос. В чем проблема на него ответить? В чем проблема рассказать то, что предлагает ваша компания, вместо того, чтобы просто говорить непонятно о чем? Ариадна, мы не предлагаем, мы предоставляем возможность, да, заработка на биржевой торговле. Я поэтому вас и спрашиваю, что вы знаете про данную... Я много чего знаю, я внимательно слушаю, что вы все-таки хотите мне предложить. Мы нашим партнерам, да, предоставляем сопровождение на биржевом, ну, получается, рынке. Да? То есть мы предоставляем информацию как аналитический отдел, и вы, получается, на этой информации зарабатываете. То есть мы предоставляем уже готовые сделки, да, то есть вы зарабатываете. Все довольно-таки просто. Вопрос-то можно или опять сейчас будете обижаться, что я вас перебила? Так я не обижаюсь, это вы должны сами на себя обижаться. Но то, что вы так общаетесь и так себя ведете. Ну, взрослый человек, вроде бы. Не надо мне рассказывать о моем поведении, я вас об этом не просила. Ну, так я просто констатирую факт. Это не ваше. Ваша задача рассказать мне о компании. Ну, я вам предоставляю. Вы мне теперь на вопрос ответите. Не, я спросила, вопрос можно задать, или вы обидитесь опять, что я вас перебила? Задавайте, в чем проблема? Вы мне предлагаете конкретно что? Торговлю? Заработок на мировом финансовом рынке, да. То есть купили дешевле, продали дороже, заработали на разнице в цене. Почему у вас тогда в рекламе написано... Почему тогда у вас в рекламе написано про инвестирование? Что еще раз? Если бы микрофон не отключали и музыка сзади не орала, вы бы, возможно, слушали меня и слышали. Ну, вы прочитали информацию правильно, корректно? Я ее прочитала правильно и корректно, поэтому задаю вопрос. Почему в вашей рекламе написано про инвестирование, а не про торговлю? Инвестирование и торговля – это не одно и то же. А что, с каких пор у нас инвестирование и трейдинг стало одним и тем же? А что по-вашему трейдинг? А по-вашему?
Краткосрочная торговля. А инвестиции тогда что? Так в целом это обширное понятие, сфера инвестиций. Я не спрашиваю, какое оно, обширное или не обширное. Я спрашиваю, что такое инвестирование? Что еще раз? Вы серьезно меня такое спрашиваете? Да, я вполне серьезно у вас спрашиваю. Ну давайте я вам отвечу, да, ну, как человеку, допустим, который не понимает, да, я вижу то, что у вас особо понимания сферы нет. Вообще вот, нет, то есть, ноль. Получается, вкладывать финансы, ну я сейчас знаю, вы вкладываете свои финансы и на них зарабатываете. Это в определении так написано? В каком определении? Я вас спросила, что такое инвестиции, следовательно, из этого вы должны были рассказать мне определение, что же все-таки это такое? Вы вкладываете ресурсы, финансы и в дальнейшем на этом зарабатываете. То есть это просто не спально, чтобы вам было более доступно. Нет, вы мне расскажите вот так, как это не мне более доступно, а так, как это есть на самом деле. Ну так я вам уже это предоставил, в чем проблема? Это в определении так написано? В каком определении? Ну, я вам что буду из книжек читать, конспектов или что? Я вам просто простым русским языком... Не надо простым русским, скажите мне профессиональным языком. Вы мне не будете тут ставить условия, но как мне вам информация? А где буду? Там? Тут не буду, там буду. Где там? Где там? Там. Ну где там? Вот там. Ну не тут, а там. Где там? Вас затроило, что ли? Что? Где? Так я вас спрашиваю, где? Когда? А у вас как, ну, в принципе, ну, все в порядке там или нет? А у вас все в порядке? Вы даже не знаете, что такое инвестирование. Конечно. Так я же вам уже три раза это объяснил. Не, вы мне скажите так, как это должно быть профессиональным проблем. Языком, а не тем языком, которым вам написали на бумажечке, из которой вы читаете. На какой бумажечке? На какой бумажечке? Я уже три года этим занимаюсь. Какая бумажечка? Ну, если я ж не знаю, туалетная, наверное, это... Зева, возможно. Если вы читаете туалетные бумаги, если то вы, это ваша проблема. Если вы сама такая, божечки, какой оригинальный. Когда же вы научитесь все-таки оригинальничать? Я? Вы еще кого-то там, вот, я еще с кем-то разговариваю? Вы не один, вас много? Где? Когда? Да, Марианда, ну конечно, вы мне подняли настроение. А как вы меня назвали? Ариадна. Послышалось. Ну правильно, я не ошибся? Нет, второй раз нет. Что второй раз нет? У вас, видимо, проблемы с восприятием, да, русских слов? Нет, у вас, ну, проблема, ну, видимо, с речью, потому что я не все, да, вот, ну, могу не понять, услышать то, что вы мне говорите. Так я же вам могу повторить, вот специально для вас. Если вы выключите музыку и тот шалман на заднем фоне, то вы будете меня слышать лучше. Вам это поможет. Я вас прекрасно слышу, когда вы говорите более четко. Я говорю всегда одинаково и четко. Не надо переобуваться в не надо переобуваться в воздухе в белые тапки. Тут слышу, там не слышу, а говорю-то я все время одинаково. Ну, одинаково, не четко. Да. Когда вы будете говорить более четко? Когда вы научитесь выключать свой шалман на заднем фоне или хотя бы приобретете себе качественную гарнитуру, вот тогда вы меня будете слышать намного лучше. Тайну вам дело такую открою. Дело не в гарнитуре. Дело не в гарнитуре. Дело во мне, конечно, 100%. По-другому быть не может. Микрофон-то зачем отключать? Ну, если вы не знаете, но есть такая гарнитура, да? Когда я перестаю говорить, вот, допустим, то микрофон сразу же выключается. Хотите, я вам еще одну тайну открою? Если убрать функцию эту отключения микрофона, то она не будет отключаться, микрофон, когда вы будете молчать. Знали об этом? Нет? Советую. А вы смешной человек. А вы не очень. Ну, с вами я не
юморю, так сказать, да? То есть ты не собираешь, мне это не интересно. Заметно. Ну вот. Угу. Ну так что, вы мне скажете, для чего вы все-таки оставляете регистрацию, да, и потом тратите время? А вы мне скажете, что такое инвестирование, что такое трейдинг? Ну так вы же знаете. Ну так давайте вас научим. Вы тоже будете знать? Меня учить не нужно. Ну да, вас учить только портить. Это я знаю. Ну а вдруг? Вдруг вы научитесь? Хотя меня потом за это, конечно, будут ругать. Кто? Родители по голове дадут, что я вас обучаю. Ваши? Ну не ваши же. Ваши бы мне, скорее всего, приплатили еще. За что? О, да. За то, что я вас обучаю, юноша. Научитесь воспринимать информацию, которая поступает к вам в ухи. Алло. Алло, Арзария? Арзария. Алло, добрый день, вы меня слышите? Слышу. Меня зовут Сергей, звоню вам по важному вопросу касательно вашей регистрации по проекту «Газпром Инвестиции». Оставляли заявочку? Оставляли. Отлично. Подскажите, пожалуйста, вы прошли тестирование, я вижу, успешно, и получили доступ к платформе для заработка. Я вас поздравляю. Подскажите, вы к нам обратились как опытный инвестор или как новичок? А поздравлять как будете? Шампанское, цветы? Да, почему сразу так шампанское, цветы? Ну а как? Успешно ж прошла. Надо поздравлять. Ну да. И, так вот, поздравление это есть то, что вы получили доступ в платформе для заработка. Ну а так это не поздравление. А что, вам надо только цветы и шампанское? Ну конечно. А вы то, что вам дали, то, что вы получили доступ к платформе для заработка, это для вас не поздравление, да? Да я думаю, получить доступ к платформе, это уж каждый, наверное, сможет. Ну, я вам скажу, далеко не каждый. Ладно, а что? Вам... Где платформу эту мне искать теперь? Ну, я вам всю информацию скину. Но нужно же сначала вас ознакомить с вообще сутью работы, правильно? А, вы мне работу предлагаете какую-то? Но это заработок. Вы вообще имеете какой-то опыт в сфере инвестиций? Или вы новичок? Новичок. Вот. Отлично. В таком случае вы обратились по адресу. Наша компания имеет колоссальный опыт сопровождения новичков в сфере инвестиций. Подскажите, пожалуйста, вы это рассматриваете как основной источник дохода, дополнительный, или просто хотите получить для себя информацию? Да я пока не знаю, как мне это рассматривать. Ну, у вас есть основная работа? Конечно, есть. Ну вот, на начальном этапе я вам советую это рассматривать как дополнительный доход. А вы это какая компания? Я что-то прослушала. Газинвест. А. Вот. Азазия, моя задача максимально просто объяснить вам, как происходит заработок в этой сфере. Давайте договоримся сразу. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы их мне задавайте сразу, не стесняйтесь. Договорились? Ну, рассказывайте. Вот, хорошо. Начнем с того, что заработок происходит на самых востребованных активах. Это газ, нефть, драгоценные металлы, валюта и акции различных компаний. Понимаете, о чем я говорю? Понимаю. Вот, отлично. Тогда продолжим. Наш проект предоставляет вам уникальную возможность работать в сопровождении профессионального инвестора, который имеет многолетний опыт в данной сфере. Он обладает всей необходимой информацией для заработка и сопровождает новых партнеров. Вы подскажите, как вы считаете, вам будет проще в этой сфере зарабатывать самостоятельно или в сопровождении профессионала? Да я никак не считаю, я же еще не знаю, как это все будет происходить.
Вот, хорошо. Смотрите, работая в сопровождении нашего специалиста, во-первых, вам понадобится уделить всего лишь 10-15 минут свободного времени в течение дня для того, чтобы связаться с ним и получить информацию для открытия сделки. А во-вторых, вы получите драгоценный опыт, который поможет вам в дальнейшем работать самостоятельно. Понимаете, о чем я говорю? Да, понимаю. Вот, я рад это слышать. Работая в таком формате, вы как новичок имеете возможность зарабатывать от 17 до 23% от суммы инвестиции. Это ваш гарантированный доход. Он может быть и больше, но я привык говорить только то, в чем уверен на 100%. Как вы считаете, доход от 17 до 23% на начальном этапе вас устроит? Да я никак не считаю, что вы вопросы задаете-то. Будто бы от моего ответа что-то изменится. 17-23 – это за какой период? Это за месяц. Угу. Вас устраивает? Да, я пока не знаю. Что делать-то нужно? Хорошо. Да, я вам сейчас все расскажу. Ну, конечно же, мы делаем это все не просто так. Наш интерес составляет 20% от чистой прибыли. Приведу вам сразу же пример. Вы заработали с нашей помощью 100 тысяч рублей. Я посчитала. Вы их вывели себе на банковскую. Да? Я посчитала процент. Еще раз. Я говорю, посчитала процент. Дальше давайте. Да, да, да. Вот вы их выводите себе на банковскую карту, 80 тысяч оставляете себе, а 20 тысяч отправьте своему трейдеру за проделанную работу. Справедливо? Понятия пока не имею. Ну, вам что вам здесь непонятно говорите? Я не знаю, справедливо это или нет. Ну, а как вы считаете? Я пока никак не считаю. В зависимости от того, насколько это будет эффективно. Вот, хорошо. Для новых партнеров у нас есть три вида инвестиционных портфелей. Но я как профессионал сразу советую вам начинать с минимальной суммы, попробовать поработать в тестовом режиме 1-2 дня, увидеть результат, а дальше добавлять больше и больше зарабатывать. Как вам такое предложение? Да вы все озвучите. И повторите, пожалуйста. Так вы все озвучите, чтобы я хотя бы все понимала. Все инвестиционные портфели? Вы сказали, у нас есть три формата. Один вы озвучили, а еще два каких? Да, три вида инвестиционных портфелей, да. Ну, у нас есть клиенты, те, которые пришли к нам как новички, вот как вы. Я вам советую начать с минимальной суммы поработать в тестовом режиме. Есть второй. Те, которые люди, уже у них есть какой-то опыт, но они поработали в какой-то компании, их там что-то не устроило. Они к нам приходят, то есть работают, но у них уже идет не с минимальной суммой, без тестового периода. И есть люди, те, которые приходят с опытом, они сюда уже приходят, зная, что здесь происходит, им нужна только платформа, наша регистрация, им не нужна помощь, сопровождение никакое. Они работают самостоятельно. Понимаете? Да. Вот. Но вы как новичок, я вам посоветовал начать с минимальной суммы и поработать в тестовом периоде. 1-2 дня. Я не пойму, тестовый период, он же должен быть тогда как-то бесплатный, какой-то демо-счет или как? Почему? Там я вам за демо-счет ничего не говорил. Тестовый период – это безопасный период. Вы в нем работаете, то есть вы видите, что заработок есть. Мы видим то, что вы исправно платите комиссию трейдеру, и мы дальше продолжаем с вами работу. Если вас что-то не устраивает, либо же вы не выплачиваете комиссию, то вы выводите назад свои деньги, и мы с вами прощаемся. Так а вы говорите, 20% в месяц я вам должна, а как за 2 дня, какой еще процент вы от меня хотите? Никакой. Да. Вот просто, вот комиссионные. Вы за 2 дня, тестовый период, вы за 2 дня заработаете какую-то сумму денег. Вы их выведете себе на карту и отправите комиссионные. А если я не заработаю ничего за 2 дня? Ну, такого не может быть. Если вы работаете с нашим трейдером, то вы в любом случае заработаете. Какая бы там сумма ни была, да, она будет небольшая, поэтому он и есть тестовый период. Но это не аргумент, если честно.
Не аргумент, чего конкретно, скажите? Ну, что такого не может быть. То, что вы не заработаете? Ну да. Ну, а какой вам нужен аргумент? Ну, вы сами увидите, какой нам смысл вас сюда привлекать, чтобы вы не заработали и просто вывели деньги и ушли, и не продолжили с нами сотрудничество? Ну, это тоже не аргумент. То есть, ну, вы предлагаете мне как? Вот просто на слово вам поверить, что я действительно заработаю с вами? А вы можете... Что вы говорите, и у вас по полслова глотать. Ну, это что-то со связью. Я здесь ни при чем. Вы пропадаете, я тоже вас не слышу. Ой. У вас там что-то сломалось. У вас там что-то сломалось. Алло. Алло, алло, да, я вас слушаю. У вас там что-то сломалось. Алло. 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 Вы даже не представляете, какие звуки слышала я. Бедные мои уши. Алло. Вам, наверное, нужно наладить связь. Я вас плохо слышу. У вас проблемы со связью. Да вы специально сейчас тихо говорите. Я вас не слышу. Причем здесь тихо я говорю? Наладьте связь свою, не надо мне. Вам что, смешно? У меня все нормально со связью, почему-то у вас только вот проблема такая возникла. Сначала слова глотала, а теперь вы как будто бы телефон, не знаю, на вытянутую руку держите и мне пытаетесь что-то сказать. Мне ваши предположения абсолютно индифферентны. Я разговариваю ровно так, как и разговаривала. Наладьте, пожалуйста. О, вот сейчас хорошо я вас слышу. Давайте продолжим наш с вами диалог. Свою связь и для начала извинитесь за то, что вы мне пытаетесь подхамливать здесь. Я вам абсолютно не подхамливаю. Алло, вы здесь? Я-то здесь. Ну, так давайте продолжим наш с вами диалог. Не, мы теперь его продолжим только после ваших извинений. А за что я должен перед вами извиняться? За то, что вы хамить пытаетесь, юноша. Я вам ничем не хамлю, абсолютно. Угу. Ваши предположения тут высказывать будете дома. Как я говорю, где я телефон держу? Ну, а что я такого я предположил, да, я вам сказал, так оно есть так на самом деле. Я еще раз повторяю, мне ваши предположения абсолютно индифферентны. Ну вот и все, хорошо, давайте тогда мои предположения пропустим и продолжим наш с вами диалог. Нет, мы их пропустим после ваших извинений. Да я вас ничем не оскорблял, за что я должен извиняться? За то, что вы ведете себя некорректно. Я веду себя нормально, угу. Корректно. Обвинять клиента в том, что у него плохая связь, или в том, что он плохо говорит, это абсолютно некорректно. Я не сказал, что вы плохо говорите. Я говорю, у вас глотает слова, у вас плохо слышно. Это не у меня глотает слова, это у вас проблемы со связью. У нас проблем со связью не бывает, в принципе. Ну так и не надо тогда клиента обвинять в этом. Так я же не обвинял клиента. Да что вы говорите? У вас амнезия, вы забыли? Нет, я не забыл. Угу. Давайте продолжим наш с вами диалог. После извинений сразу продолжим. Да за что я должен перед вами извиняться? Я уже сказала, за что. Вы опять забыли, что... Хорошо, извините. Хорошо, извините. Вот продолжим. На чем мы остановились, вы помните? На том, что... Очень пищало мне в ухо.
Нет, я имею в виду, на чем мы остановились в плане нашего диалога. Вы помните или вам напомнить? Да, я все-таки жду какой-то хотя бы приблизительный аргумент того, что вы говорите, что я ни в коем случае не потеряю, а только заработаю. Ну вот, я же вам еще раз повторяю, что какой смысл нам с вами начинать работу, что вы сейчас приступите к работе, и вы там сразу же потеряете, да, там какую-то сумму денег, потеряете еще раз какую-то сумму денег, и вы нам скажете просто, что все, я не хочу с вами работать, и мы работать с вами не будем. Какой в этом смысл? Конечно, деньги потерять можете все. Но так же самое, если вы их начнете терять, вот вы просто нам скажете «до свидания» и все. И мы потеряли клиента. Но все-таки аргументировать вы это не можете. Ну да ладно. Дальше какие дальнейшие? А что? Какие аргументы вы хотите от меня услышать? Я вам что не говорю, вы говорите «это не аргумент, это не аргумент, это не аргумент». Ну так это не аргумент. Вы сказали, что вы... А что? Ну вот хорошо, что для вас аргумент? Вы зачем перебиваете? Ну, говорите, я вас слушаю. Вы сказали, что вы уверены на 100%, что я не потеряю. Так, ну, подтвердите как-то. Конечно, потому что вы будете работать с опытным инвестором. Он уже имеет многолетний опыт в данной сфере. Он знает всю суть работы. И он вас будет сопровождать. Ну, то есть это все, да, в вашем понимании этого достаточно, чтобы я в это поверила? Да. Ну окей, какие дальнейшие действия? Дальнейшие действия, мне осталось только отправить вам все необходимые данные и объяснить, как пользоваться личным кабинетом. А как я с вашим вот опытным наставником все-таки попаду на биржу? Куда попадете, повторите? Ну, попасть я, видимо, должна на биржу уже, правильно? Ну вот, смотрите, я вам покажу, как зарегистрироваться в личном кабинете. Вы зарегистрируетесь, я вам расскажу, как ним пользоваться, и после этого у вас будет знакомство с аналитиком. Я что у вас, какой вопрос вам задала? Какой вопрос? Вы мне задали, вам нужно будет на бирже что-то делать? Я спросила, как я туда попаду с вашим экспертом. Вот, я же вам объяснил. А, на биржу вы имеете в виду? На торговую площадку? Что такое торговая площадка? Торговая площадка, там, где происходят торги. Или что? Я не могу понять, куда вы хотите попасть. Странно, что вы не можете этого понять. А куда я должна попасть, по-вашему? Так вот и вы говорите, как я попаду, и дальше вы мне говорите за биржу. Как вы попадете на биржу, я не могу понять ваш вопрос. Ну а что вам в этих словах непонятно-то? Хорошо, задайте еще раз, пожалуйста, мне вопрос. Как я попаду на биржу? Что, ну как бы, как еще спросить-то? Какой-то сильно сложный, да, вопрос, наверное. Сейчас, одну секундочку. Я просто не могу понять, что вы имеете в виду, как я попаду на биржу. То есть вы не знаете, что такое биржа, или вы не знаете, как туда люди попадают? Ну как, что вы не знаете, что вы не понимаете? Как мне скорректировать свой вопрос? Ну, вы мне можете объяснить поподробнее, что вы имеете в виду под вопросом, как я попаду на биржу? Ну, вот ровно то, что я спросила, ровно это я имею в виду. Как еще перефразировать-то? Ну, как люди, по-вашему, попадают на биржу-то? То есть вы имеете в виду, как вы приступите к работе на бирже уже? Ну, наверное, да, вот именно вот так. Вот смотрите, вы познакомитесь с трейдером, вам скачают торговый терминал, и вы приступите к работе на бирже. А биржа будет в торговом терминале? Алло, ну зачем вы скачаете? Конечно, да.
Ну, потому что есть такие вопросы, на которые мне нужно советоваться, чтобы дать вам ответ. А, так дайте мне сразу тогда советчика вашего, раз вы... Ну, зачем играть в этот испорченный телефон? Я с вами полностью согласен. Одну секунду, пожалуйста. Секундочка прошла. Финансового специалиста зовут Алина. Алина... Чего? Кого куда зовут? Финансового специалиста зовут Александр Сергеевич. Я сейчас вас на него переключаю. Ну, давайте уже переключите. Долго вы переключаете. Все, вы... Вам сейчас перезвонит Алина Егорова. То вы какой-то ветреный, то Александр, то Алина. Алло. Меня зовут Алина Николаевна. Приятно с вами познакомиться. На меня менеджер трубочку передал. Я так понимаю, возникли у вас вопросы, правильно? Да. Вот, вы можете мне их задать. Какие у вас вопросы появились? А какой менеджер вам передал и из какой организации вы все-таки звоните? Сергей, менеджер Сергей. Я вижу, вы оставляли регистрацию по проекту «Газпром инвестиции». Вижу, оставляли, а компания называется РБК «Пром». О как! Что? О как! Да, хорошо, все. С этим моментом понятно? Конечно, понятно. Вначале был «Газинвест», а потом РБК «Про». Как тут непонятно? Все очень понятно. Это проект. Вы все путаете. Mm-hmm. Компания РБК «Про» – инвестиционный проект. За что мы инвестируем? Сокращенно «Газинвест». Mm-hmm. Вы понимаете отличие между компанией и проектом? Вы понимаете, когда я спрашивала, в какой организации вы работаете, я же не имела в виду проект, а имела в виду организацию. Это вы у Сергея спрашивали, да? Я и у вас это спрашивала. У Сергея спрашивали, да? Я у вас только что спрашивала. А, ну хорошо. Я вам ответила на ваш вопрос. Mm. Так вы все-таки «Газинвест» или «РБК Про»? Так я же вам только что на ваш вопрос ответила. Какая у нас компания и какой проект вы оставляли регистрацию? Повторите, пожалуйста, из какой организации вы мне звоните? Организация РБК ПРО. Угу. Слушаю вас, РБК ПРО. Можно? Вот. Нет, это я вас слушаю. Вы мне скажите, какие у вас вопросы появились? Зачем на меня трубочку передали, вы мне скажите? Ну, ваш Сергей двух слов связать не может, и он, видимо, вообще не понимает, что такое биржа даже. Ну, хорошо, дальше задавайте. Ну, ничего в этом хорошего нет, если честно. Угу. Будем двигаться дальше. Я это учту. Угу. Так как я на биржу-то с вами попаду? Просто возьмете... С нами к работе приступите, и вы с аналитиком вместе будете на бирже торговать. Как я туда попаду? У вас будет ваша площадка, которая будет предоставлять вам возможность торговать на международном рынке и зарабатывать на этом. Моя прям площадка? Вы лично для меня торговую площадку сделаете? Нет, ну под ваш запрос подберем с техническим отделом для вас площадку, на которой вы будете торговать. И какая это будет площадка? Я же вам сказала, что с техническим отделом отдельно подберете это в дальнейшем. Но как мне узнать это сейчас, а не в дальнейшем? Ну, для начала, чтобы понимать, где вы будете работать, для начала нужно понимать, на каких условиях, правильно? Ну, условия Сергей ваш с горем пополам озвучил. Ну, хорошо. Все, с условиями вы согласны или что-то не подходит? Ну, пока надо подумать же, как бы. Я так и не поняла, где мы будем работать. А, на чем вы собираетесь? Угу. Я вас поняла, Розария, хорошо. Мы с вами будем непосредственно... Вот для вас выберут площадку. В дальнейшем вы будете работать с аналитиком по его стратегиям и будете зарабатывать деньги. Какие еще есть у вас вопросы? Где мы будем зарабатывать деньги-то? Самый главный вопрос. Ну, как это где? Ну хорошо, что вы хотите от меня услышать?
Я хочу узнать, где я буду с вашим аналитиком зарабатывать. Ну что сложного-то? На площадке, я же вам сказала, Арзари. На какой? Вы меня слышите, или вы, ну, у вас это просто... Хотите задавать мне одни и те же вопросы по несколько раз? Хорошо, на какой бирже я буду зарабатывать? На московской. А что тогда такое площадка и зачем она мне нужна? В дальнейшем это на техотделе вы уже все увидите и узнаете. А сейчас я никак этого не могу ни узнать, ни увидеть, да? Почему это не можете? Ну вы же говорите, вы в дальнейшем узнаете. Хорошо, зачем вы к нам обратились, вы мне скажите? Я обратилась, чтобы инвестировать, но вы почему-то не можете ответить на элементарные вопросы. Ни вы, ни ваш предыдущий Сережа. Хорошо. А ничего в этом хорошего нет. Хорошо, это я означает, что я услышала ваш ответ. Точнее, вопрос, я вам сейчас отвечу на него. Вы на него не ответили. Задайте мне вопрос еще раз. Что такое площадка, о которой вы так говорите? Это место, где вы будете торговать. Это будет торговый терминал, на котором вы будете активы покупать и продавать. Так я буду где торговать? На площадке или все-таки на московской бирже? На площадке. У вас есть выход на международный рынок во все четыре направления. Я спрашиваю, где я буду торговать? На площадке или на московской бирже? На площадке. Угу. Биржа нам не нужна, да, получается? Нет, не нужна. А что это? А какие активы я тогда там куплю, если нам биржа не нужна? Разные. Я же вам говорю, что есть четыре направления рынка. Ну, если нам биржа не нужна... А я так подозреваю, что все активы продаются на бирже и покупаются. Алло, финансовый специалист. Чего вы молчите-то? Я здесь. Но... Ну, помолчим, что ли? Забыли слова? Хорошо. Какие у вас есть сейчас предложения ко мне? У меня к вам предложение? Да. У меня к вам предложение все-таки ответить на мой вопрос. На какой? Да вы забыли, что ли? Ну, записывайте. Ну, что я, попугай, что ли? Почему вы вообще со мной так общаетесь? Как так? Алло. Ну не надо делать вид, что вы меня не слышите. Всего лишь нужно было ответить на вопрос. Ну соберитесь там, Александра. Хорошо, смотрите, я разобрею. Алло, меня не Александра зовут. Да, я не помню, как вас зовут. Вот именно. Хорошо, смотрите, Александр Сергеевич освободился, он может ответить на все ваши вопросы. Хорошо? Кто такой Александр Сергеевич? Мой начальник. А, ваш начальник, ну давайте. Угу. Давайте. Алло. Алло. А, добрый день, меня зовут Александр, фамилия Суханов. Чем могу вам помочь? Да уже как бы вечер. Ага. Угу. Александр. Я понял, чем я могу вам помочь? Так, а может, вы мне все-таки ответите, где мы будем зарабатывать? Как я попаду на финансовый рынок? Вы тоже, что ли, с мыслями собираетесь? Александр? Какие сложные вопросы третий специалист не может ответить? Алло. Алло.
Вы куда-то в магазин бегали? Алло? А, опять меня не слышно, понятно. Александр, куда переводить деньги, чтобы еще... Да-да-да, мне просто клиент позвонил. Так что, какой у вас там вопрос? А, то есть вы его так вот, да, сделали? Как? Ну, сделали сначала вид, что вы меня не слышите, а потом перезвонили и сказали, что вам клиент позвонил. Ну, все правильно, я сказал, я вас не слышу, потом посмотрел, вижу, что мне клиент звонит. А. Если я сейчас повторю... Так, какой у вас вопрос? Если я сейчас повторю вопрос, а у вас опять клиент позвонит. Вы будете задавать вопросы или нет? У меня очень мало времени. Давайте конструктивно. Какой у вас вопрос? Как я могу вам помочь? Давайте конструктивно. Вы хорошо слышите? Вам клиенты не звонят? Я могу задать вопрос? Да, давайте. Где мы будем зарабатывать и как я попаду на финансовый рынок? Благодаря брокеру можно брокера подобрать, смотря какие направления рынка вас интересуют. Но вот ваша вот та предыдущая говорила, что это будет Московская биржа. Та, это кто? Ну вот та, которая со мной общалась и которая на вас перевела. Угу. Так, хорошо. Ну, и Московская биржа. Хорошо, брокера подбирали. У вас есть какой-то свой брокер? А вы, кстати, это можете ответить, какая вы-то организация? А какая мы организация? Ага. Менеджер мой не сказал, РБК, Росбизнес Консалтинг. Понятно. Что понятно? Все понятно, Росбизнес Консалтинг. Консалтинг. Ага. Но вы не брокерская компания, я верно понимаю? Аналитический центр, да. Угу. Так как я тогда брокера я подбираю, правильно? Ну, если у вас есть свои брокеры на примете, то можете воспользоваться им. А если у вас нет брокера, я думаю, вы, скорее всего, пользуетесь банком, да, то есть, в принципе, практически все банки работают на Московской бирже, если вас Московская биржа интересует. Так а вы мне тогда зачем? Ну, смотрите, брокер вам дает возможность приобретать активы. Мы даем информацию, чтобы вы понимали, что нужно купить, что нужно продать, чтобы вы смогли на этом заработать. Так вы хотите с меня за вашу информацию содрать 20%. Так та же самая информация на сайте РБК абсолютно бесплатно. Конечно, это просто новостной портал, там просто новости, там анализа конкретного нету. Ну, там есть обычный анализ, но на этой информации нужно вам будет в любом случае дополнительно делать анализ рынка, фундаментальный анализ рынка, технический, тратить на это все время. Зачем вы будете получать готовую информацию и сопровождение. Зачем мне делать анализ и тратить время, если на РБК уже все новости готовенькие и горяченькие, бери и пользуйся. Новости – это и есть фундаментальный анализ рынка, если вы не знали. Ну, так я так и спросила. Я просто хочу вам объяснить. Ну, отлично, у вас там будет новость. Вы уже не понимаете, как эта новость непосредственно будет влиять. Если вы понимаете, тогда я не понимаю, зачем вы к нам обратились. Вы же регистрацию оставили. Я же вам звонил. Я еще раз, смотрите, мы предоставляем вам... Подождите. Мы вам предоставляем трейдера, который будет давать вам информацию. Информацию конкретно, на которой вы будете зарабатывать. Не просто вам новости читать. А он вам непосредственно скажет, что нужно сейчас купить, чтобы вы могли на этом заработать. Прочитает под вас четкую бизнес-стратегию, ну, составит под вас нее. Понятно. Ну, да, понятно. Ну, то есть вы хотите сказать, что на вашем сайте РБК новости это так, вот захотел, написал от балды, да? Чего вы решили? Ну, я вам разве такое сказал, или вы так просто восприняли мои слова? Ну, судя из ваших слов. То есть я вам сказал, что там просто есть новости. Это вы же добавили только что, это вы придумали. Новости, они есть везде. Я объясняю вам. Но мы выставляем также новости. У нас есть новостная лента, есть новостной портал, телеканал, там где также обсуждаются финансы. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что там новости, как в принципе, везде, в общем доступе. Там «Газпром» подписал контракт, к примеру, с Австрией. Да? Ну вот вам новость. Там будет четко написано все. Но вы же не понимаете, там, на какую сумму открывать сделку,
когда ее нужно открыть, когда нужно выйти из сделки, точки входа-выхода из сделки, какую стратегию под себя подобрать, как проработать под себя стратегию, как собрать портфель, какой портфель нужно собрать и так далее. Но о том, что «Газпром» что-то подписал, я акции «Газпрома»-то точно покупать не буду. Я просто вам не сказал. Это понятно, я вам просто для примера привел. Я же вам сказал, не обязательно их покупать. Я сказал, для примера. Ну, так себе пример. Я вам на пальцах объясняю. Ну, у вас опыт есть в этой сфере? Вы хотите сказать, что вот те новости, которые публикует ваш же сайт, они не актуальны, они просто новости. А чего? Я не договорила. Чего вы решили, что они не актуальны? Хорошо. А вот те новости, те события, которые будете говорить вы мне за 20%, вот это будет актуально. Вот верно же я понимаю? Нет. Ну а как? Смотрите, мало, я вам объясню, просто прочитать новость и разобраться, в какую сторону открывать сделку, на какую сумму, когда закрыть и так далее, этого вам не будет достаточно, чтобы просто прочитать новость. Есть инвестинг-сайт, к примеру, знаете? Я так понимаю, вы интересуетесь инвестициями. Вот, там также есть точно такая же информация, как и, в принципе, везде. Любой портал, который занимается инвестициями, либо новостной портал, это просто телеканал какой-нибудь, даже и клиенту открыть. Ну, так вы же будете новости. Мне давать те же самые новости, только за 20%. Да нет, мы вам... Послушайте, хорошо, давайте по-другому. У вас будет трейдер. Этот специалист, он будет работать с вами. Он не будет давать вам новость. Он не будет вам эти новости просто копировать, вставлять вам сообщения. Он с вами созвонится, пропишет под вас торговую бизнес-стратегию. И вы будете с ним в договоренное время созваниваться, когда будет удобно вам и ему, и он вам будет конкретно говорить, что нужно сейчас приобрести и почему, на какую сумму, когда открыть эту сделку, когда ее нужно закрыть, стоп-лосс этой курповой выставить, соответственно. И от этого уже отталкиваться. Получается так, что моими деньгами тогда будет руководить ваш вот специалист. Чего вы решили? Я же этого не сказал. Ну, если он вам он будет давать эту информацию. На какую сумму, когда открыть, когда закрыть? Не, то ну... Он тогда да, но вы же не маленький ребенок. И вы вам почему перебили? Все правильно, но вы же не маленький. У вас недержание, что ли? Нет, просто я же вам говорю по одному, вы мне говорите просто совсем другое. Но я не успеваю договорить, вы не понимаете. Перебивать. Для чего? Я же только что сказал. Что вы сказали? Я вам говорю, так я говорю в этот момент. Не-не-не, я перед этим сказал вам одно, вы мне сейчас совсем по-другому информацию излагаете. Я же вам не так сказал. Мне нужно перебивать просто, да и все. Это как минимум неэтично. Без проблем, Я понял, хорошо, не переживайте, тогда скажите, простите. Я не переживаю абсолютно, вы просто третий менеджер и ведете себя как-то абсолютно некорректно. Я вас понял. Это плохо, что вы только поняли и никаких выводов из этого не сделали. Хорошо, я открою брокерский счет, например, в Тинькофф. Прекрасно. Дальше что? Какие дальнейшие действия? Ну, вы откройте свой счет, приступите там. С какой суммой вообще планируете приступать к работе? Пока не знаю. Ну, смотрите, сначала подбирается сумма, потом подбирается брокер. Я думаю, что Тинькофф пустит меня туда, ну, грубо говоря, чуть ли не с 1000 рублей. Да, но с 1000 рублей мы с вами работать не будем. Так мне нужно понять для начала, что вы предлагаете все-таки, чтобы уже определяться с суммами. Я понял, как я вам сказал, просто сопровождение эксперта, который будет прописывать под вас торговую стратегию, будет вам давать точки входа, точки выхода сделки, на какую сумму нужно открыть сделки и так далее. Это не значит, что вы должны это все делать. Вы принимаете в любом случае ваше решение за вами, то есть последнее точнее, решение. Да? То есть, соответственно, вы для себя принимаете решение, открывать эту сделку или нет. Все. Я вот сейчас зашла в Тинькофф, открыла счет. Дальше мне что делать?
Вы пополняете свой счет, а я вас связываю с техническим отделом для того, чтобы вы непосредственно подготовили документацию со своей стороны вместе с ним. А после этого под вас подбирается трейдер, я вас связываю с трейдером, заочно вас с ним познакомлю, соответственно, вы будете с ним обсуждать ваше развитие, в принципе, договоритесь о непосредственно времени, когда вы с ним будете созваниваться, обменяйтесь контактами и так далее. Какая документация будет? Договор. Вышлите мне тогда рыбу того договора. Хорошо. Но в любом случае вы же договор обсуждаете вместе с вашим трейдером. А то есть вы пропишете тот договор, который я решу, что ли, или у вас уже есть какие-то готовые? Нет, смотрите, вы обсудите вместе с трейдером те условия, на которых вы будете работать. Просто же поймите, если вы, к примеру, будете работать на Тинькове, там, я не знаю, там, со 100 тысяч, с 500 тысяч, то, я думаю, совсем на других условиях он будет вам гарантировать доход. Если вы будете работать с более крупной суммой, соответственно, он будет вам гарантировать абсолютно другой доход, в зависимости от стратегии, которую вы с ним подберете. Это все индивидуально прописывается. Мы же не можем с вами написать то, что вы будете зарабатывать ежемесячно, например, от 5%, если вы там будете с какой-то маленькой суммой работать. Ваш, вот тот предыдущий, перед предыдущей мне сказал, что я буду зарабатывать 17-23%. Вы мне сейчас говорите, что суммы будут разные, проценты. Конечно. Все в зависимости от той суммы, которую вы инвестируете, от того брокера, которого вы подбираете, все правильно. Ну вы как-то уже определитесь, что ли, три менеджера, и у каждого свои условия. Почему? Вам сказали самые стандартные условия, те клиенты, которые выходят на внешний рынок. Вас интересует Тинькофф Инвестиции, вы же сами сказали, я вам объясняю, как тут будет происходить. Какая разница, какой брокер будет? У вас под каждого брокера большая разница в количестве активов. Нет, количество активов. Ну, конечно, если у вас меньше активов, вы, соответственно, меньше с этого зарабатывать будете. На если у вас меньше биржи, сумма, соответственно, так же. Количество активов от брокера не меняется. Все правильно. Я же вам только что до этого сказал, что не обязательно работать на московской бирже. Но мы уже поняли, да, что меня именно интересует. Ну, уже понял. Так я же вам за это и объясняю. За это? Ну да. Мы же с вами, по-моему, по этому поводу и говорим за московскую биржу, если не ошибаюсь. Ну вы обозначите какие-то вот реальные условия, которые можно понять. А что вы не поняли из моих слов? Ничего, если честно. Сумма разная, тогда то разное, это разное, все разное, и все, и ничего. Смотрите, если вы не определились самостоятельно суммой, то о каких условиях можете идти речь? Вот без суммы я вам объясню условия. У вас будет трейдер. Трейдер не берет за свою повторять. Работу 20% третий дохода. Третий раз я это уже слышала. Не надо повторять. Так а что вы не поняли? У вас компания как вообще работает? Если я не скажу точную сумму, вы не оказываете услуги или вы не знаете условия своей компании? Я вам только что сказал условия. Я сказал, что все остальное у вас подбирается под вашу сумму. Все остальное это что? Брокер, с которым вы работаете, процент, который вы будете зарабатывать, который мы гарантируем, все в зависимости от актива, от суммы и так далее. Да. Какая у вас будет стратегия? Хорошо. Брокер Тинькофф, сумма 300 тысяч. Одну секунду. Смотрите, тогда сделаем с вами так. Планируете приступать с 300 тысяч, правильно? Вы плохо услышали, что я говорила? Я вас переспросил. Вы можете так со мной не общаться? Послушайте. Брокер Тинькофф, сумма 300 тысяч. Я внимательно слушаю. Все, я у вас просто переспросил. Если вам тяжело, так и скажите, вам тяжело разговаривать. Но я не попугай же по 10 раз объяснять. Я понимаю, но я же не просто так у вас переспрашиваю, потому что мне просто так захотелось. Но если вы услышали, то я не понимаю, для чего переспрашивать. Потому что я уточнял ваш вопрос, и мне нужно было переспросить. Переспросили? Да, я понял. Смотрите, тогда у вас, я так понимаю, счет в Тинькове еще не открытый, правильно? Не открытый. Смотрите, вы самостоятельно сможете через приложение Тиньков открыть? Смогу, конечно. Тогда... Тогда смотрите, вы небольшая такая инструкция, да, то есть вы зайдете в приложение Тинькофф, у вас там будет два выбора счета. То есть это ИИС
да, индивидуальный инвестиционный счет и брокерский счет. Вам нужен просто брокерский счет. Вы откроете счет, после этого я вам сейчас оставлю контакты, вы напишите менеджеру, да, он с вами, в принципе, может связаться, просто если вы сориентируете, когда с вами можно связаться, когда вы это сделаете. Я договор все-таки могу почитать. И он может... Договор, да, хорошо, куда вам отправить? Давайте на почту. На почту. Вы при регистрации указывали почту. Так. gmail.82.51.71.84.55.233 gmail.com. Я при регистрации почту вообще не указывала. Записывайте. Возможно, маленькими буквами. Неважно. Неважно. Точка. Угу. Неизвестно. Угу. 77@mail.ru. Угу. Хорошо. Тогда я вам отправлю договор. А чтобы я вас просто непосредственно там не перезванивал по куче раз, вы мне просто отпишите в ответ сообщение, да, на ту же почту, которую я вам отправлю. Хорошо. Все, всего доброго, до свидания. Угу. Алло. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, я представитель юридической компании «Титул права». Вы ранее искали способ возврата финансов после брокерских компаний. Скажите, пожалуйста, вам удалось вернуть деньги? Нет. Нет. А какие действия вы предпринимали по возврату? Никаких. Как это никаких? То есть вы не обращались ни в юридические компании, ни в полицию? Ну вот вы мне звоните, наверное, обращалась в компанию. Просто исходя из ваших ответов, выводите меня в заблуждение. Зачем? Если вы мне звоните, значит, я к вам обращалась. Что за вопрос? Нет, не конкретно, а к нам. Есть такой, как орган регуляции, который выдает лицензию и также имеет свойство забирать ее. Как только есть подозрение, что компания как-то неправомерно действует по отношению к своих клиентов, то информация предоставляется на те компании, которые выиграли тендер. Которые что? Которые выиграли тендер. Я ничего не поняла из вашей информации, ну да ладно. Все? А средства возвращать? Алло, Арианда, здравствуйте. Слушаю. Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий Калашников, приятно с вами познакомиться. Набираю вас по поводу вашей регистрации. Вы у нас интересовались материалом обучающим по заработку на бирже. Удобно говорить? Подождите секунду или перезвоните попозже. Хорошо. Подожду. Алло, алло. Алло, да, слышно меня? Слышно. Да. Соответственно, Арианда, вы мне подскажите. Вы интересуетесь обучающими материалами, я так понимаю, новичок в данной истории, правильно? Или ранее торговали уже где-то? А вы как-то упустили момент. Вы какая организация? У кого я интересовалась? Компания «Макси». Вы в школе тренинг, вы у нас на сайте через investforum.ru интересовались книжкой «Биржа для каждого». Регистрацию вот сегодня оставили. Да, было дело. Вы прислали книжку? Еще раз? Ну, книжку-то вы прислали мне? Ну, конечно. Книга у вас, скорее всего, уже на почте. Почту проверяли? Ну, хорошо, зайду, почитаю. Арианда, тем не менее, я хотел бы сразу уточнить. Я так понимаю, в сфере биржевой торговли новичок, раньше не торговали нигде. Соответственно, именно поэтому интересуетесь обучающими материалами, да, вот для начинающих, так скажем. Собственно, почему вас набираю? Я являюсь представителем обучающего отдела компании «Макси», да, то есть занимаюсь обучением клиентов, сопровождением, просвещаю в данную сферу.
собственно, почему вас и набрал, да? Поэтому для того, чтобы первоначально познакомиться с этой сферой поближе. Так, наша компания сейчас проводит набор в обучающие группы, да, при работе с специалистом, да, с экспертом, человеком, который работает в данной сфере более 10 лет. Вы мне подскажите, да, учитывая события, которые сейчас происходят, да, тот же самый Питерский международный экономический форум и так далее, есть хорошие возможности разобраться на конкретных примерах и, возможно, даже немного подзаработать. Я вот зашла на почту, а книжки там нет. А в папке спам проверяли? И в папке спам ее тоже нет. Да, ну хорошо, смотрите, сейчас я вам ее повторно отправлю. Должна будет сейчас прийти. Да, все отправил. Там в течение 2-3 минут должна быть у вас на почте. Соответственно. Аренда. Что вас вообще зацепило в данной сфере? Я так понимаю, дополнительный заработок здесь подыскиваете, правильно? Ну, я пока книжку только хотела получить. Ну, книжка, скорее всего, для того, чтобы разобраться, что это вообще за сфера и как она работает. Или уже работаете в этой сфере? Вы для чего интересуетесь, я пока не пойму. Чтобы понимать, как с вами выстраивать диалог. Потому что если вы новичок, то цель, формат диалога будет иной. Какова? Наша компания сейчас может предоставить вам форматы обучения, форматы доходности, также помощь в сборе инвестиционного портфеля, сопровождение и так далее. Меня не интересует. Возможности меня. Я много. Я только хотела книжку почитать. Аренда, по вашему номеру, то, что я вижу регистрацию, в крайний раз вы доставляли регистрацию на только какой же обучающий материал в феврале месяце, в начале февраля. Я не могла оставлять в феврале месяце, потому что... А, нет, прошу прощения, не в феврале, а в апреле. Меньше, чем месяц назад. Ага, значит, ну, это был другой владелец телефона. Возможно. Хорошо, тем не менее, Наталья, да, вот... Что-что? Как вы сказали? Говорите, там... Прошу прощения, Аренда. Прочитал имя я прошлого Аренда, владельца. А не так, как вот вы произносите. Алло. Алло. Добрый день. Слушаю. Меня зовут Наталья. Я вам звоню касательно заработка на финансовом рынке. Я вижу вашу заинтересованность. Вы зарегистрировали. Подскажите, Наталья, перезвоните попозже. Я сейчас занята. Я вас услышала. Сориентируйте по времени. Через полтора часа. Через полтора часа? Хорошо. Хорошего вам дня. До звоночка. Алло. Алло. Добрый день еще раз. Меня зовут Наталья. Я вам звонила касательно заработка на финансовом рынке. Я увидела вашу заинтересованность, поэтому звоню. Подскажите, у вас есть опыт или вы новичок в этой сфере? Наталья, а вы подскажите, вы какую-то организацию представляете? Я звоню по поводу вашей регистрации. Да вы зарегистрировались по поводу чего? На сайте Maxi Market. А, так и представляете, что вы Наталья из Maxi Market. Представляю, Наталья из Maxi Market. По этому поводу я вам звоню. Подскажите, у вас есть опыт или вы новичок? Опыт в чем? Опыт в работе на финансовом рынке. Возможно, вы занимались трейдингом? Акциями чем-нибудь занимались? Трейдингом не занималась. Чем вы занимались? Если не секрет, конечно. Коленвалы шприцевала. Но это никак не связано с финансовым рынком, я так понимаю, верно? Верно. Верно. Давайте познакомимся более подробно, тем более, наверняка вы слышали про форум, который проходил в Петербурге. Собственно, после окончания этого форума отечественные компании получат инвестиции от государства, что принесет вам, как новичку, заработок 13-17 тысяч в рамках сегодняшнего дня. Ну, как бы деньги с неба не падают, я считаю, что это неплохой заработок. Вы со мной согласны?
Я-то с вами согласна, только каким образом мне этот, вот то, что вы назвали в Петербурге, принесет 13-17 тысяч сегодня? А я вам сейчас объясню. Финансы, компании, в которых будет государство вкладывать финансы, их акции вырастут в цене. Собственно, как работает финансовый рынок? Грубо говоря, это спекуляция. По дешевой цене купил, по дорогой продал. Разница – это и есть наш заработок. То же самое здесь. На данный момент цена таких акций, но поскольку мы знаем, что государство будет финансировать те или иные компании, соответственно, после притока финансов акции их не вырастут. Вот вам и чистый заработок на разнице. А ихние акции – это каких компаний-то? Вам сказать именно, какие компании государственные? Ну, каких ихних компаний акции вырастут? Газ, Газпром, точно будет Газпром, это одна из компаний, которые вырастут акции за счет притока инвестиций. Это сегодня прям? Ну, уже форум закончился. Ну, а в акции... Да, вы прям сегодня, в рамках сегодняшнего дня будете заработать такой доход. Вы все верно сказали. А еще каких акций, каких компаний? Компаний на самом деле много. Может, вас что-то интересует? Может, какая-то есть сфера, которая вам интересна, а вы бы хотели именно ей заниматься? В смысле сфера, которая мне интересна? Ну, смотрите, есть множество компаний. Допустим, компании, которые производят электронику. Компания NVIDIA, которая производит запчасти для компьютера, грубо говоря. Их акции, они сейчас работают с плитом. Что это значит? Это дробление акций. Одна акция в этой компании стоит $1200. Но согласитесь, это достаточно такая дорогая акция. Я не могу связать как форум в Питере, он может повлиять на акции NVIDIA, это же зарубежная компания. Мы на них никак не влияем. Выходят новости, благодаря которым мы понимаем, что будет происходить с данными акциями. Также есть календарь новостей на нашем сайте MaxiMarket. Угу. Также в чем плюс компании MaxiMarket? Если вы начинаете сотрудничать с компанией MaxiMarket, вам предоставляется личный эксперт. Собственно, это аналитик с большим опытом работы, который вас будет в первую очередь обучать, обучать платформе, обучать стратегиям, прописывать вам стратегию, контролировать каждый ваш шаг для безопасного и быстрого заработка. Компания MaxiMarket с 2008 года находится на финансовом рынке. Ну, то есть опыт, вы сами прекрасно понимаете, более 10 лет. Так, подскажите, пожалуйста. Да, я вас слушаю. Извините, я вас перебила. Ну, какие все-таки компании мне принесут доход сегодня? Меня вот это больше заинтересовало, чем NVIDIA. Замечательно. Давайте, чтобы более подробно разобраться в этом, у вас есть доступ выхода в интернет. Собственно, надо одно из приложений. Возможно, это будет приложение Telegram или приложение Skype. Для чего? Я вам сейчас объясню. Для того, чтобы я вас наглядно познакомила с нашей компанией, с гарантийной компанией, для того, чтобы я вам наглядно показала платформу, вы посмотрели, какие акции сейчас просчитали доход. То есть нужно демонстрация экрана. Нужна демонстрация экрана. А, не, я вам экран демонстрировать не буду. Что? Я вам свой экран демонстрировать не буду. А как вы хотите более подробно ознакомиться? Ну, чтобы вы мне примерно языком рассказали. Ну, вы же про «Газпром» рассказали, можете же, наверное... А вы мне на слово поверите? Нет, конечно. Ну так, а как вы собираетесь ознакомиться? Вы думаете, если я включу вам свою демонстрацию экрана, то я тогда вам поверю, да? Там, так вы собственноручно будете
рассматривать информацию с независимых источников. Так это вы будете рассматривать экран моего телефона, если я включу демонстрацию. Вы зайдете в интернет и будете, как вам объяснить, смотрите, я хочу познакомиться с компанией. Я хочу, чтобы вы посмотрели на независимых источников. Не то, что я вам какую-то ссылочку сброшу, еще что-то, а чтобы вы сами ввели в поиске данную информацию и посмотрели, с кем мы сотрудничаем, кто является нашим партнером. Про компанию. Да про компанию мне, если надо, я и так посмотрю. Мы же не об этом говорим. А вы знаете, как проверять компанию? Знаю. Так. Представляете себе, вот вы мне продиктуете 10 цифр ИНН, и я посмотрю вашу компанию. И мне не нужно для этого демонстрировать вам свой экран. Кого я продиктую? Кого я продиктую? 10 цифр ИНН. И вам это для вас есть гарантия? А если я включу демонстрацию экрана, это будет гарантия? А как вы? Я вас прошу выйти в интернет с демонстрацией только для того, чтобы вас ознакомить. Кроме я того, как вы будете компании не смогу ознакомиться элементарно без демонстрации экрана по ИНН вашей компании. А как вы с платформой ознакомитесь? Но ИНН вам ни о чем особо не скажет. Да как раз скажет. О многом. О чем? О многом. Ну, например? Например, я увижу всю историю вашей компании. Что она, где она и все остальное. И при этом мне не нужно демонстрировать вам экран. Ну, вы не хотите... Как я вас познакомлю с платформой? Но это явно будет происходить не через демонстрацию экрана. А как? Как вы себе представляете, чтобы мы познакомились с вами? Я включила вам демонстрацию экрана. Каким образом я со включенной демонстрацией экрана, то есть вы будете глазеть в мой экран, ознакомлюсь с вашей платформой? Так а что я там не увижу, если вы будете заходить на платформу, с которой мы каждый день работаем? А, так я могу зайти на платформу и без демонстрации экрана. Вы разберетесь с платформой сами? Разберусь, не переживайте. Просто смотрите, я звоню вам в рамках вашей регистрации. Если вы регистрируетесь на сайте, это значит, у вас есть какие-то вопросы. Если я регистрируюсь. Послушайте, значит, у вас есть какие-то вопросы. Я вам предлагаю разобраться. Познакомиться более подробно. Это такое себе разбирательство. А чего вы боитесь? Я ничего не боюсь, но глазеть в мой экран вы не будете. Я в ваш экран не собираюсь глазеть. Ну а тогда зачем вам демонстрация моего экрана? Я вам еще раз объясняю. Для того, чтобы наглядно вас познакомить с компанией, познакомить с платформой, показать, как работает платформа, прочитать заработок, который возможен на сейчас. Глядя в мой экран. Я думала, заработок как-то по-другому. Что здесь такого? Да ничего здесь такого. Ну вы нормальная? Нет, давайте я в ваш экран буду глазеть. Вы заходите в поисковик. Свободный ресурс интернета. Но параллельно я тоже могу зайти в свободный ресурс интернета. Что мы там увидим такого, чтобы не хотелось видеть? Это общедоступная информация, верно? Вы вообще в курсе о постановлении Центробанка от 15.01? Ну, дальше можно? Ну, вы не в курсе, да? Ну, что за постановление? Набибуллина четко и ясно прописала нормы, которые должна исполнять организация. Но? WhatsApp, если вы хотите, это 1000 рублей. Telegram, если вы хотите, это 1500 рублей. Это для юридических компаний. Что значит, если вы хотите? Ну, то и значит. Если компания хочет общаться со мной через какой-то мессенджер, она обязана выплатить в страховой фонд 1000 рублей, если это вот... Какой страховой полюс?
страховой фонд, а не полюс. Но вы сказали страховой полюс? Я сказала фонд. А вы знаете, что Телеграм – это один из мессенджеров общения? И не может взиматься средства за то, что вы общаетесь по Телеграму, по WhatsApp, по Skype, ну, без разницы. Это постановление Центробанка от самой Набибулиной. Но вы себя слышите? Я себя, да. Вы хотите сказать, что вы не общаетесь через мессенджеры? С друзьями, с родными и близкими общаюсь, а с компаниями... Платите деньги? Я вам еще раз говорю, с друзьями и с близкими я общаюсь. Ладно, давайте еще раз. А вы не подруга, не друг, не мать, и не брат, и не сват, и не кум. Вы организация, вы юридическое лицо. Юридическим лицам было запрещено пользоваться мессенджерами. А потом Набибулина сделала исключение. 15.01 Центробанк выпустил законопроект о том, что если компания или организация... Подождите. Хочет общаться через мессенджеры. Мы дали запрос. Вы я меня перебили, не дали договориться. Послушайте, вы дали запрос. Я, собственно, перезваниваю по вашему запросу, правильно? Вы еще раз 10 можете это повторить, но постановление Центробанка, вот это все, то, что я дала запрос, и вы мне позвонили, это не отменяет. Смотрите, я вам предложила ознакомиться с компанией, ознакомиться со структурой работы финансового рынка. На что вы постоянно отказываетесь? Говорите о том, что я должна вам выплатить деньги. Знакомиться с вашей компанией. Вы если дадите мне договориться, то вы услышите мой ответ. А не будете придумывать то, что вам хочется. Как вы себе представляете обучение, демонстрацию, в принципе, вот, вопросов, обучение и демонстрацию я как раз никак не представляю, потому что глазеть в мой телефон вы не будете. А как вы, вы обратились, чтобы... Не надо повторять, что я делала. Я знаю, что я делала. Вы понимаете, от того, что вы 10 раз повторяете, что я обратилась, указ Центробанка, постановление, это не отменит. Вы опираетесь только на то, что вы не будете общаться через Телеграм, через мессенджеры, да? Буду, вы оплатите страховой фонд и вперед звоните мне в мессенджеры. Знаете, оплачивать я уж точно ничего не буду, потому что вы лично, не ваша компания. Компания тем более не будет. Ну, тогда вы не увидите мои мессенджеры. Тогда мы будем общаться по мобильной связи. Послушайте, мне не нужны ваши мессенджеры. Это в ваших интересах, а не в моих. Да не надо повторять, что это я к вам обратилась. Вы понимаете, от того, что вы 10 раз это повторили, указ Центробанка это не отменит. Набибулина подписала это постановление. Это не я придумала. Я, возможно, с вами соглашусь, но на данный момент обратились вы, оставили вашу регистрацию. Надо мне это повторять, я вам могу еще раз повторить. Вы не хотите никак общаться. Да, вы не хотите общаться с мессенджером. Да, мошеннических действий Набибулина издала, точнее, Центробанк издал указ, дабы компании подтвердили, что у них действительно серьезные намерения, что они не мошенники. Если компания хочет общаться через мессенджеры, она обязана пополнить страховой фонд в размере 1000 рублей, если они хотят общаться через WhatsApp, и 1500, если они хотят общаться через Telegram. А от какого числа это постановление? 15.01. От 15.01? Да. Компании не могут общаться через мессенджер, да? Естественно. Ну давайте в телефонном решении вводите в поиск. Вводите в поиск. Что мне там вводить в поиске? А что вы хотите узнать? Да я же не знаю, что вы хотите от меня в моих мессенджерах. Я от вас, в принципе, ничего не хочу. Я еще раз повторяю, я позвонила вам только потому, что вы
зарегистрировали. Не надо это повторять как мантру небесную. Вы понимаете, что вот это вы к нам обратились, и вы к нам обратились, оно не действует. Это не мантра. Это не мантра. Забудьте эту фразу. Это дешевый метод дешевой манипуляции. Он не работает. Не нужно ставить потенциального клиента, как будто бы он вам обязан чем-то. Он вам ничем не обязан. И вот эта фраза, это вы к нам обратились, она не работает. Это дешевая, плохая и некорректная манипуляция. Я вам вопрос задаю. Насколько вы не уверены в вашей информации, что вы постоянно перебиваете? Да потому что вы, во-первых, не слушаете, а во-вторых, повторяете ровно одно и то же уже по 30-му, наверное, кругу. Я оставляла, я обратилась. Дальше-то что? Ну зачем это повторять 35 раз? Для того, что вы не слышите. Я это не слышала с первого раза. Это вы, видимо, не слышите, что это повторять, это не делает вам чести, не дает это вам чести. Не нужно ставить потенциального клиента в неудобное положение. Вам клиент ничего не должен, и вам он ничем не обязан. Вы будете в поиске? Будем знакомиться с компанией? Вы будете вводить в поиске, чтобы посмотреть про компанию? Вы мне продиктуете 10 цифр, и я посмотрю про компанию. Я вам пытаюсь это сделать, но уже на протяжении минут 7 я вам его диктовала. Если бы вы меня услышали, вы бы услышали этот номер. Запишите, пожалуйста, еще раз номер. Вы его не диктовали, не надо врать. Запишите, пожалуйста, еще раз номер. Не еще раз, а первый раз. Не надо врать. Еще раз запишите номер. Не еще раз, а первый раз. Если у вас записывается наш разговор, прослушайте и услышите, что я вам говорила. Вы мне его не говорили, разговор у меня не записывается. Вот если у вас разговор записывается, то я надеюсь, ваше руководство его обязательно прослушает. Вы номер будете записывать? Я внимательно слушаю. 688. Далее. 696. Далее. Это ИНС, про который вы говорили. Зайдите в поисковую. Зайдите в поисковую строку и вбейте вот дословно, сколько цифр у ИНН российских компаний. Ну, вбивайте. Вы же интересовались номером? Вбивайте. Я знаю, что в российских компаниях ИНН составляет ровно 10 цифр, а вы мне продиктовали 6. Но вы будете проверять? Проверяйте. Вы не слышите меня, да? Или вы делаете вид, что вы не слышите? Я вас слышу. Вы попросили, я вам продиктовала. ИНН российских организаций составляет 10 цифр. Попытайтесь эту информацию как-то понять, воспринять и что-то с этим сделать. Вы не будете проверять, я верно понимаю? То есть вы не будете думать о том, что я вам сказала, я верно понимаю? Вы сейчас со мной спорите, а я сейчас сбила по поисковике то, что я вам продиктовала, и высветилась ваша компания. Угу. Вы не проверили информацию, компании, пытались доказать мне, что я не права. У компании. Вы даже не проверили, вы не вбили. У компании, которая зарегистрирована в Российской Федерации, ИНН составляет 10 цифр. Попытайтесь понять эту информацию, попытайтесь пошевелить своей извилиной и как-то над этим подумать. Смысла с вами дальше общаться, да, поскольку вы не проверяете информацию. Я как раз проверила эту информацию. И что? И найдено 0 юридических лиц. Берется торговая марка РБК компании. РБК? РБК, да? РБК компания. А вы как представили? Торговая марка. Послушайте меня, сайт РБК-компания. Торговая, послушайте, я торговая марка. Как вы представились? ИНН 688-696
Макси Маркет, как я вам представилась. Торговая марка. Сайт. Девушка, вы меня не слышите. Сайт. Девушка. Сайт. Слышите разницу? Сайт. Мне не нужен ваш сайт. Зарегистрирован 18-го декабря. Ваш сайт зарегистрирован мне все равно, когда. Ну все, что ли? А что мне с вами, ну что мне говорить? Я вам дала информацию, которую вы просили. Вы ее не хотите проверять. Еще не раз. Не проверив информацию, говорите о неверной... Для особо туго догоняющих компаний, которые зарегистрированы в Российской Федерации, содержат ИНН количеством 10 цифр. 10. А на каком основании вы оскорбляете? Божечки. Яка ты тупенька, а? Слушай. Алло, добрый день. Продолжаем. Меня зовут Александр, продолжаю. Меня зовут Александр. Я звоню по поводу оставленной вами заявки на нашем проекте по дополнительному доходу при поддержке Газпрома. Газинвест, помните? Помните. Помните, отлично. Тогда у меня такой вопрос назревает. Вы об инвестициях что-нибудь знаете, Ариадна, да? Правильно сказал? Что-нибудь знаю. Опыт у вас какой-то имелся, может, такой хороший, негативный? Может, инвестировали? Нет. Не было опыта. Хорошо. Смотрите, я вам просто раз расскажу. Вот инвестиции, как бы вложения в цель сохранителя, умножить капитал, это мы с вами знаем. Уверен, вы знаете, что Россия стабильно будет на бирже такими активами, как нефть, газ и тому подобное. То есть вся наша работа, мы нашим клиентам предлагаем информацию, на которую они выходят доход от 15 до 25% ежемесячно. Хочу вам сказать, то, что мы занимаемся классической торговлей, продаем актив дешевле, продаем его дороже, на разнице вместе с вами зарабатываем. Пока что все вам понятно? Да, мне бы хотелось больше условия компании и все-таки название компании услышать. Компания? Вы не помните, где заявку собрали? Я же говорю, Газинвест, это не компания, это наш проект, аналитический проект, Газинвест. Если вам интересны подробности касаемо там бухгалтерии и тому подобное, то я далее, если вы согласитесь с нами работать, ну или как минимум подумаете с нами работать, я переведу на старшего специалиста, которому можно будет задать данный вопрос и узнать все ответы на интересующие вас вопросы. В моей кондиции вам просто объяснить принцип работы, как мы зарабатываем и почему с нами выгодно работать. Хорошо? Ничего там в районе ниже поясницы не мазали с кипидаром? Скипидаром? Угу. До слова скипидар ничего не услышал, честно, немножко связи были проблемы. Можете ниже поясницы вас скипидаром никто не мазал сегодня? Нет, почему должны были мазать? Ну, потому что вы тарахтите, как трещотка без остановки. Я всего лишь спросила название компании. Не, я просто вам сразу ответил на вопрос, чтобы... Не возникало, может, ну... Я его не задавала, поэтому не нужно много... трещать без остановки. Объясню, почему, возможно, так звучит, потому что я за день оформляю много заявок. Возможно, мне уже встречался вопрос, я его просто, ну, извините, так общаюсь, буду чуть помедленнее, если вам это не нравится. Название вашей организации я так и не услышал. Я вам сказал, организация «Газинвест». Вот, вы оставляли заявку на Газинвест, проходили опрос. Что делала я? Вы отвечаете ровно на поставленный мною вопрос. Я же вам сразу ответила, рядом. Ну не надо мне рассказывать, что я делала. Я у вас об этом не спрашивала. По существу, пожалуйста, как скажете. Без воды. Как скажете. А моей воды пока что не было. Я же вам сказал все пока по факту. На заранее ответил на вопросы. Я сказал, какие-то будут интересны вам более подробно. Не надо повторять. Если вы еще раз повторите это в таком вот темпе, я опять это все запомню или что? Почему у вас такое плохое настроение? Я же вроде вежливо с вами общаюсь. Да почему вы тарахтите-то, как дизель в Заполярье? Ну все, я же вам объяснился. Просто из-за того, что много заявок. Не надо третий раз мне это объяснять. Ну так вы меня спрашиваете. Вы меня третий раз спрашиваете, я вам третий раз объясняю. Не надо тарахтеть, говорю. Поделю, ну, я же вам сказал, хорошо, не буду.
Компания «Газинвест». Дальше. Что вы мне предлагаете? Далее. Мы предлагаем клиентам информацию, на которой они выходят в доходность от 15 до 25%. С первым шагом мы уже сможем сегодня приступить и объясню, как работает. А сразу скажу, никаких доверенных, никакого доверительного управления нет. Вы опять же на нашу компанию никакие деньги не скидываете, вы сами будете оформлять свой инвестиционный счет, свой личный кабинет, в котором вы будете вести торговлю и на этом зарабатывать. То есть мы предоставляем вам трейдера, то бишь наставника, учителя, который будет сопровождать вас на всем вашем пути, вплоть до того момента, на какую кнопку вам нажать. То есть вы говорите, опыта у вас нету, в этом проблем как раз таки тоже нет. У нас все клиенты изначально приходят, большинство клиентов приходят без опыта. Поэтому у вас будет опыт и трейдер, у вас регистрированный стажем работы. Я же переживаю, задохнете, я виновата буду. Да не беспокойтесь, для меня это вполне нормально. Но это для людей не надо. Я говорю о теле? У вас абсолютно нечеткая дикция, и вы там пытаетесь тарахтеть. Скорее всего, вам кажется, что дикция нечеткая, потому что мы говорим с вами по звонку. На самом деле все у меня в порядке, и до этого клиента вроде устраивало. Ладно, проехали, не будем об этом. Буду помедленнее, чтобы вам было спокойнее. Предоставляем трейдера. Вот. Он будет вам говорить, в какой момент... Послушайте, не перебивайте. Вы повторяетесь, я это уже слышала, далее. Пожалуйста, дайте мне сказать. Да я уже пожалуйста. Это слышала. Вы что? Ну, слушайте еще раз, рядно. Ничего плохого в этом нет. Он вам будет предоставлять информацию, то есть в какой момент актив купить, в какой момент его продать. Вот, и вы будете на связи в удобной для вас соцсети или по любому вопросу, который вам будет интересен. Что то есть это также формат обучения. Это тормози, ну. Ну не тарахти. Ну, я не тарахчу, я спокойно говорю. По пунктам вам объясняю, где я тарахчу. Может, у вас там скорость, не знаю, два раза назад. Вообще там что ли не обучают? Да кто тебя позвонил-то людям звонить, посадил? У меня до этого проблем не было, рядно. Я просто говорю о теме, в которой я разбираюсь. Надо возможно, паузу того, делать. Я... У меня возник вопрос, а я не могу слово вставить, потому что ты тарахтишь, как будто тебе реально скипидаром намазали. Ну, значит, я не договорил. Если бы я договорил, я бы договорил и выслушал вас. Ну, давайте сейчас выслушаю, если у вас вопрос назрел. Я вас слушаю. Ты помедленнее тарахти, ты понимаешь, что от того, что ты тарахтишь, твоя информация не устраивает. Я не тарахчу, рядом, я спокойно с вами разговариваю. Не надо меня перебивать. У тебя недержание, что ли, речевой понос. Это ваш вопрос? Это ваш вопрос был? У тебя, говорю, речевой понос. Я не понимаю, вы обижены на меня за что-то? Почему вы со мной так общаетесь? Да потому что ты тарахтишь, как трещотка, ну нормально разговаривай. Я нормально с вами разговариваю. Трейдер, куда меня будет сопровождать? Я говорю, сопровождать на вашем пути торговля. То есть это была форма речи. То есть, грубо говоря, он с вами будет на связи все время. Будет нужный момент вам говорить, какой актив купить и в какой момент какой актив продать. И параллельно он открывает ту же самую сделку у себя на счете, чтобы вы не думали, что он индивидуально только у вас открывает какую-то сделку, а у себя открывают другие. Нет, он также открывает у себя абсолютно такую же сделку. Также предоставляем нашим новым клиентам тестовый период. Я спросила, куда меня будет сопровождать трейдер. И что? Я вам объяснил. То, что он будет открывать сделки такие же, это не объяснение. Ну, я же до этого вам ответил. Ответил же. Я не прав. Куда меня будет сопровождать трейдер? В какие я вам ответил, пожалуйста. Я должна буду отвечать. Ну, уже актив можно продать, начинать торговать. Купить? Нет, извиняюсь, хорошо, буду медленнее. Будет вам говорить, какой актив купить, да какой я не спрашиваю, продать. Что мне будет он делать, что покупать или что не покупать. Я спрашиваю, так, куда вы, он вы меня спрашиваете, куда? Я же вам сказал, что это форма речи. Это так понятнее? Да, печалька. Понятнее, да? Что, в чем печалька? Что, мне нельзя форму речи использовать с вами в диалоге? Ну, значит, замени эту форму речи тем словом, которое должно было быть на самом деле. А какое должно было быть слово? Ну, я же не знаю, вместо какого слова ты используешь форму речи.
Вы же не знаете, вот именно, вы не знаете. Поэтому я и стараюсь вам как можно больше объяснить. Мне не надо больше, пожалуйста, так выслушайте, мне надо говорить меня по факту, по существу и по делу. Я вам говорю по существу. Говорю, тестовый период предоставляем нашим новым клиентам длительностью в 3 дня. Вы торгуете эти 3 дня, смотрите, как вообще все обстоит, как обстоят дела, как это все работает, нравится вам, не нравится. Торгуете на валютных парах. Знаете, что такое валютные пары? Болезный. Как, грубо говоря, вчера. Болезный, остановись. У вас проблемы с этим? Я перефразирую. Где мы будем торговать? Что перефразировать? На бирже. На какой? Биржу вы подбираете индивидуально с трейдером. Я до этого еще не дошел. Дайте мне минуту поговорить. Да мне зачем? Я вам объясню, что ты торопишь без конца, ни хрена непонятно. Ты не понимаешь этого, что ли, совсем? Что? Вот что вам непонятно было последнюю минуту, что я сказал? Где я протарахтел? Да ты тарахтишь с самого начала, ты паузу делай, ты задохнешься так. Да вы же издеваетесь надо мной, я вам спокойно говорю. Спокойно. Вы какая компания? Что российская? Мы не компания, мы проект по инвестированию, Газинвест. Да, мы находимся в Российской Федерации. Каким образом вы зарегистрированы в налоговой? Газинвест. Газинвест — это компания. Ты мне сказал, что вы проект. Это не компания. Газинвест — это проект, Газпром, да? Газпром — это компания. Газпром — это компания. А Газинвест — это не компания. Газпром — это проект. Нет, это не компания. Угу. Это аналитический проект, который предоставляет своим клиентам информацию, на которую они выходят в доходность вместе с нами. Так понятнее? Открой Google или Яндекс и загугли, что такое проект. Я обойдусь, пожалуй. Я, пожалуй, своими знаниями вполне доволен. Да, ну это сразу вам скажу. Лучше жить необозным, я понимаю. Так у нас лучше. Есть свой интерес в этом всем. Мы берем 20% от чистой прибыли вами заработанной. Кто мы? Если зарабатываете с нами. И наша, да, наш проект. А ваш люди проект в команде, как зарегистрирован? Что? Ваш проект как зарегистрирован и где? Вы говорите вам что-то не повторять, потом говорите повторять. Я вам сказал уже много раз. Где зарегистрирован и как ваш проект? Зарегистрирован в Российской Федерации. Газинвест. Я вам еще в самом начале сказал, если у вас будут возникать вопросы по бухгалтерии и по другим деталям, я вас далее переведу на старшего специалиста, которого вы сможете всем этим поинтересоваться. Ты не в курсе, да? Тебя не осведомили об этом. Я вам сказал, что у меня другая специфика. Я обрабатываю заявки людей, которые поступают. Мне кажется, вы просто не хотите слушать. Вы сами оставили заявку о дополнительном доходе. Сейчас меня почему-то передразниваете. Так ты тарахтишь, как дизель. Я не тарахчу, а вы мне надо мной издеваетесь. Вы не хотите вообще зарабатывать, видимо, я не знаю. Так я не хочу зарабатывать, прикинь, я хочу инвестировать. Вот ты 12 минут тарахтел, и ты даже не знаешь, чего я хочу. Ну, зря тарахтел. Инвестиция... Так вы мне говорите по факту. Я хочу вам как-то сделать ответвление в диалоге. Вы мне что говорите, зачем? Я это не спрашиваю. Может, вы сами определите, чего вы в диалоге хотите? Чтобы я вам по факту говорил? Или чтобы все-таки чем-то поинтересоваться смог? Да, чтоб ты по факту говорил. Именно так. Хорошо. Смотрите. Надеюсь, вы услышали про 20%. 20% от чистой прибыли мы берем. В этом наш интерес, нашего проекта. Если вы 20% по истечению трех... Что? Что такое чистая прибыль? Объясняю. Чистая прибыль, вы вносите свой депозит. А все, что вы далее заработали, уже идет как чистая прибыль. В конце месяца подсчитывается. В теории вы вышли с вами в заработок, чистая прибыль у вас составила 100 тысяч, от нее берем 20%, то есть 20 тысяч рублей. Вы скидываете нашим специалистам. 80 тысяч оставляете себе. Либо далее инвестируете, или далее куда расходимся, как в море корабли. Или с чего я скидываю? Насчет нашего проекта. Угу.
Сначала вы вводите себе удобным для вас способом. Либо на карту, либо наличкой с банкомата. Если там я уже не заработала 100 тысяч, я потеряла 100 тысяч, вы мне 20% скинете? А вы не будете терять 100 тысяч. С чего вы решили, что вы потеряете 100 тысяч? Ну, а с чего вы решили, что я заработаю 100 тысяч? Ну, потому что я знаю, как риск-менеджмент у нашего проекта, как торговля происходит. Объяснить вам конкретно метод торговли? Я не спрашивала метод торговли. Я спрашиваю, если я потеряла, вы мне вернете 20%, вы мне скинете 20%? Вы не потеряете. Это вот не объяснение. Не, ну это какой-то вопрос из разряда, не знаю, теоретического совсем. Из чего вы на теоретическом? На бирже как зарабатывают, так и теряют. Малыш, ты не знал об этом? Почему вы решили, что я малыш? Почему вы меня так называете? Ты только вот за это слово зацепился. Что? Если я потеряла, вы что тогда третий раз спрашиваю? Вы не потеряете, потому что торговля происходит таким способом, что открывается параллельно несколько сделок, и одна компенсирует другую. Если одна из акций пойдет вниз, остальные две пойдут вверх, они компенсируют та, которая упала. И также выставляются ограничители при самом открытии ордера, такие как стоп-лосс. Знаете, что такое стоп-лосс? Я вижу, что вы какое-то представление имеете. Малыш, а ты знаешь, что такое? Остановка потери. Малыш, а ты знаешь, что такое? Да замолчи, тарахти, выключись. Ты-то знаешь, что такое ночной гэп? Стоп-лоссы мне тут рассказывают. Вы говорите мне про свечи, вы хотите со мной поговорить сейчас? Я тебе говорю ночной гэп. Хорошо, Ариадна, скажите мне, как просто, мне есть смысл с вами продолжать разговаривать, или вы надо мной просто издеваетесь? Я вам объясняю, как мы работаем, как мы зарабатываем. Если у вас возникают вопросы конкретно, прям уже внутренней торговли, я вам дальше связываю со старшим специалистом, с которым подробнее можете все это обсудить. Ну вот понятно, все моменты. Я вам говорю, Хорошо. Так у вас есть какая-то соцсеть? WhatsApp, Telegram, Viber? Какая для вас удобна? Пейджер у меня есть. Какая? Пейджер. Не знаю такое, извините. Я же говорю, малыш, ты даже не знаешь, что такое пейджер. В телефоне? У вас в смартфоне пейджер? Конечно, в смартфоне пейджер. Интересно, интересно. Все-таки дайте мне какую-то соцсеть более, пожалуйста, современную. Я не либо дам Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, пожалуйста. Я с малышами... Ну, как я вам говорю, если вы там начинаете разговаривать, если вы просто изливаетесь надо мной, вы не понимаете, о чем говорите, и выставляете меня дураком, хотя я понимаю, что вы сами ничего не понимаете. Малыш, я обращаюсь... Я вам предлагаю заработать, женщина. Замолчи и послушай. Малыш, я обратилась в компанию, чтобы инвестировать. Причем здесь мои соцсети? Вот ты просто подумай логически. Я же хочу вас связать, так я вас хочу связать со специалистом, а как вы с ним свяжете? Вот прикинь, малыш, как с тобой по телефону, вот еще вот так бывает. Нет, по телефону, вас далее переведут на технический отдел, если вы все-таки захотите с нами работать. Там уже не получится по телефону. Нет, там у вас технический отдел бедный, у них нет телефонов, да, они не умеют по мобильной связи общаться. А у вас, видимо, нет ни WhatsApp, ни Viber, конечно, ни Telegram, нет, да? Я же сказала, у меня пейджер, ну что ты не запомнил-то? Ясно, ясно. Короче, соцсетей у вас нет. Нет, еще раз повторить. Тогда давайте скачаем. Сможете скачать Telegram, Viber или WhatsApp? Нет. Ну, значит, тогда не получится у вас работать, видимо, если вы не хотите серьезно подойти к делу. Серьезно подойти к делу? Это тебе нужно открыть. Все время связываться. Да не тарахти. Не тарахти, малыш. Позвонил по телефону, рассказал вам все, да? Вы не так хотите работать? Не тарахти. Когда я говорю, нужно помолчать и послушать. Ага. Вот теперь открой законопроект от ЦБ от 15
04 и почитай. Я не буду ничего открывать, Тебе же лучше жить необознанным, это понятное дело, но ты все-таки дослушай. Ну, конечно. Замолчи, дослушай, выключи свой день. Я вас слушаю, да, я вас слушаю. Ну, тебя вмазало. Очень внимательно. Размазало? Да, жестко вмазало. Заметно. Да, да. Угу. И что дальше? А что, вы поменялись уже, да? Кто поменял? Верни обратно предыдущего тарахтелку. Ты какой? Я с вами разговаривал все время. У вас вообще, у вас деменция, что ли? Да, деменция, да. Ну так я не понимаю, я с вами же говорю, вы говорите, верни мне обратно того, я не понимаю. Вот, тарахтелка, точно. Так ты послушай, что я тебе скажу, или будешь вот это, ага.